Это ведь не убийство, правда? Крови нет. Еду у нас всю проверяют. Она лекарство принимала вчера? Как назначали, по схеме. Она бы никогда не пропустила, такая дисциплинированная. А это что за бутылка? Она что, пила? У Анны Павловны вчера была какая-то памятная дата, она хотела отметить. Одна? Да, по-моему. Да что вы все по-моему докажется? Вы-то сами где были? Дома у себя. Насколько я знаю, господин Терехин вас нанимал к матери. Круглосуточно. Анна Павловна меня вчера отпустила. Мне очень нужно было. И она себя уже очень хорошо чувствовала. А утром я пришла, и вот. Вы мне первому позвонили? Вы же наш врач. Только я прошу вас, не говорите ничего хозяину, что я ушла. Это же не убийство. Да не убийство это, успокойтесь. Вероятно, сердечный приступ с летальным исходом. У Анны Павловны не только астма была, но и сердце слабое. Давайте звоните там, кому положено в таких случаях. Полицию звоните. А про себя мне что сказать? Скажите, что хозяйка захотела побыть одна. Вы бы ей все равно ничем не помогли. Я как лечащий врач это подтвержу. И полиции, и Терехину. Профессор, спасибо вам. Значит так, о том, что она принимала фарбол, полиции говорить не нужно. И вообще никому говорить не нужно. Не будем портить репутацию препарату, который продлил ей жизнь. Вы меня поняли? Конечно, я все поняла. Вот и отлично. Ну, Валерий Дмитриевич, ну кто мог знать, что ваша старушка вдруг начнет пить, и именно такайская? Да будет тебе известно, что эта старушка, на секундочку, мать вице-мэра. Вы тестировали фарбол на взаимодействие с алкоголем? Конечно, Балагуров не дал добро на расширенную схему. И потом, астматики же не пьют. Алкоголь при астме вообще противопоказан. Я в курсе. Дальше что? Да дело в том, что в такайском вине высокая концентрация высших алифатических альдегидов. И я подозреваю, что именно это в сочетании с нашим действующим веществом... То есть это именно то, чего я боялся? Смерть наступила в результате приема фарбола. Нет, в результате внезапного взаимодействия. И я только сегодня это понял. Всю ночь в лаборатории провел. Лучше бы ты, Вильгельм Карлович... Сутки в лаборатории раньше проводили. И я так понимаю, что эта женщина умершая, она ведь официально не входила в нашу тест-группу, ведь так? И ты считаешь, нас это спасет? Петь, сегодня же суббота. А что поделаешь? Я бы тоже с тобой с удовольствием поплавал, но у меня деловая встреча. А почему ты в новом костюме? Все так официально. Ты же знаешь мою дурацкую привычку разбрасывать вещи, где не попадя. Я, по ходу дела, вчера пиджак в ресторане оставил, когда с немцами встречался. Петь, что происходит? Вчера на работу сорвался, весь день взвинченный ходил. Пиджак потерял, спал плохо. Что у нас стряслось? Я твой зам по науке, я имею право знать. Конечно, имеешь право. Но прежде всего, ты моя любимая жена, и я тебя очень прошу, не забивай свою светлую голову лишними проблемами. Тебе отдыхать больше нужно. Между прочим, твой папа тоже так считает. Знаю. Моя главная задача – родить вам наследника. Да? Ну, извините, пока не соответствую. Не беда. У нас все получится. Петь, что случилось? Ничего. Обычная лихорадка перед запуском препарата. Ну, ты же понимаешь, проект крупный, мы с такими масштабами еще не работали. Вон, в новостях пишут магнитные бури, у меня даже сердце покалывает. Давай я тебе что-нибудь накапаю. Не надо. Ты лучше сосредоточься на нашей ностальгической встрече. Однокурсничков наших обзвони. Они и так помнят. Кто, обормоты эти помнят? Ага.
Кюхля опять наверняка что-то перепутал. Пышка вообще последнее время не в адеквате. Все, побежал. А, я тебе говорила, что Джо звонил. Он уже прилетел. Отлично. Да. Целую. Алло. Да не надо никакой акт составлять. Ну, давайте мы с вами по-человечески договоримся. О, Господи. Неделю у меня без мультиков сидеть будете. Мамочка, прости. Уйдите с глаз моих. Ой. Да вызывайте вы хоть ЖСК, хоть МЧС. Мне все равно. Белль? Привет. Ой, привет, извини, пожалуйста, я тут... Про вечеринку помнишь? Да, конечно, я помню про вечеринку, но я навряд ли смогу быть. Не поняла. Ну, во-первых, балагур твой на меня взъелся, а во-вторых, тут у меня девчонки вон отчебучили. А что случилось? Ну что, кораблики пускали, а вон затопили полквартиры. Пышка, ты все равно у нас самая счастливая. Только ты их устрой сегодня куда-нибудь, ладно? А о балагуре не беспокойся, он вообще какой-то психованный в последнее время. Ты обязательно должна быть. У нас сюрприз. Джо приехал. Джо? Пышка, жду тебя. Пока. Здравствуй, привет. Родная. Привет. Петр дома? На работе. Ну как на работе, а? Я же сказал, что приеду для разговора. Ну, он, наверное, забыл. Неожиданно сорвался, сказал деловая встреча. И не подходит паршивец. Ну, он за рулем, наверное, или уже на месте. Пап, ты же знаешь, у нас горячие дни, и Петя... Да, я знаю. А вот не знаешь ты того, что американцы заинтересовались нашим фарболом. Джо вчера ночью прилетел, сообщил. Какой Джо? Индеец Джо, однокурсник мой. А, этот балбес из Мексики. Специалист по академзадолженностям. Да, он не балбес, и не из Мексики уже теперь. Приехал в Штаты, сотрудничает с большой крупной фармкорпорацией. Вот даже и перелет ему оплатили сюда на встречу однокурсников. Так что переходим на новый уровень. Они хотят, чтобы мы с ними сотрудничали. Да, отлично. Я еду в университет. Если муж твой тебе отзвонится раньше, чем мне, скажи, я жду его в 3 часа в кабинете. И никаких я забыл. Что-то случилось? Просто балагур со вчерашнего дня сам не свой, и теперь ты? Танюша, все нормально. Просто бизнес дело хлопотное. Я-то академический сухарь устаю, а тебе просто не надо в это вникать. Скажи, а ты счастлива замужем? А почему такой вопрос вдруг? Просто хотелось бы успеть дождаться внуков. Пап! Все, извини, я спешу. Я поехал. Диос мио, сеньора, разве это кокос? Разве это манго? Это голодающий африканец, а не манго. Нормальный манго. Простите, спасибо большое. Пожалуйста. Ола, Мабель! Джо, ты не забыл? Конечно, я все помню. Конечно, я буду минута к минуте. Да, я только проехать по местам моей молодости, сказать им привет и покупать нечто очень важное. Ты помнишь, я буду варить сегодня улыбка лиса? Помнишь? Конечно, помню. А текилу ты привез? Of course. А свои магические травки? Конечно. Ну все, тогда приезжай скорее. И у нас все есть. Скажи, а пишка? Пишка будет? Ну а как же, Джо? Я лететь на крыльях! Ах, да-да-да-да. Привет. А, это ты? Зачем пришел? Слушай, показал, что ты в каком-то нехорошем настроении. Думаю, может, нужна помощь? Все нормально. Фея, ну я же вижу, слезы на глазах и вчера были. А что за скандал был в лаборатории? Балагур на тебя орал, что ли, не? Или бывший муж достает? Так ты только скажи. Портас, у меня все нормально. Просто депрессия на погоду, ты же знаешь.
Посмотри, кто. Белль. Звонок сорвался. Она мне тоже звонила сегодня. Напоминает про вечернюю тусовку. Пойдешь? Я не пойду. Да ты что? Как можно? Надо идти. Развеешься. Или хотя бы напьемся. Белль говорит, Джо будет свое варево мутить. Помнишь, как в универе, в общаге? Классно было. Я хоть с третьего курса вылетел, но веселился с вами до упора. Как он говорил, нельзя без улыбки лиса. Ну, пойдем. Ладно, пойду. Совсем другой разговор. Ответь, пожалуйста. Снова были. Да. Бартос, ты что ли? Это я. Привет. Удивилась? Я Уфей. А она придет сегодня? Конечно, придет. Куда она денется? Точно? Я гарантирую. Привезу под личным конвоем на тачке. Жду. Ну? Уходи. Пожалуйста. Приедешь позже. Мне надо привести себя в порядок. Хорошо. Как скажешь. Ну ты помни, если что, я всегда рядом. Ничего хорошего. А что у тебя с голосом? Нормальный у меня голос. Тут у нас одно к одному, еще проблемы. У меня уже начались, и у тебя скоро будут. У меня? Я же говорил, что он рано или поздно все узнает, приедет сюда, и нам с тобой мало не покажется. Так что я бы на твоем месте отменил бы сегодня вечеринку. Ничего мы отменять не будем, много чести. А ты держи лицо. Ему здесь ловить нечего. Ну как ты не понимаешь, если он поднимет шумиху, так, то… Так, я не могу больше с тобой трепаться. Все, все, вечером договорим. Здравствуйте. Каким вечером, ты приезжай понимаешь? Обязательно. Приветствую. Заходи. Джаки, миленький, жалеешь меня? А не надо меня жалеть, Джаки. У твоей хозяйки все хорошо. Но у нее отличные друзья, замечательная работа. Я не грущу. А давай-ка мы с тобой лучше Кюхле позвоним, да? Давай? Давай. Это я. Ну, привет. Белль, извини, но, по-моему, мне сегодня не получится приехать. То есть? Я поскользнулся тут не кстати. Фасад повредил. Сильно? Да не сильно, но прилично. Кюхля, без тебя никак. Белль, ну зачем я вам там нужен? Нужен. Все равно, приезжай. Ну ладно. Посмотрим. Мы тебя ждем. Все, пока. Пока. Я вам бедик принесла. Ты извини, что на выходных тебя дернули. Ничего, меня Петр Аркадьевич еще в пятницу просил это сделать. Ну, тогда подключай. Да. Я этот антиквариат еле нашла. Вы собираетесь все записи про свою молодость посмотреть? Ну, ты нас, старики, совсем не записывай. Всего-то 10 лет выпуска отмечаем. Техника ушла далеко вперед. Вся студенческая хроника на кассетах. Вот. Именно поэтому Петр Аркадьевич просил меня проверить, чтобы все работало. Ага. Сейчас. Угу. Вот она. Ну вот. Держи.
Давайте проверим. Отлично. Все работает. Я представитель великих индейцев Майя, да? И племени Лиса. Поэтому мы варить волшебный напиток. Двумя руками держи, чтобы камера не дрожала. Волшебный напиток? Вот, теперь давай. Да нет, просто игра. Никто никогда вещих снов не видел. Я же тут всех знаю. Нина Семеновна, Елизавета Николаевна. А снимает Берг, наш завлан. Вильгельм Карлович? Да. А Портновский что тут делает? Он же начальник службы безопасности. А он тоже с нами учился, только вылетел. И муж его потом в фирму взял в другом качестве. А вот этот иностранец, этот Дженаро Сибальес? Петр Аркадьевич просил ему пропуск сделать. Да, сегодня прилетел наш индеец Джо. Из-за него всю нашу компанию в универе прозвали 8 компаньерос. Это типа товарищей, да? Да. А кто восьмой, я его никогда не видела. Его тоже отчислили? Да нет, он доучился. Но выпал из нашей компании. Почему? Просто оказался не тем, кем казался. Да, простите меня, я его заболтала. Мне вообще уходить надо. Спасибо тебе большое. Не за что. Да, кстати, я твердо решила поступать на биохимию. Жду не дождусь, когда уже учеба начнется. Да ты что? Ну смотри, мой муж будет против. Потерять такого секретаря. Да ну что вы, секретарь — это дело наживное. Ладно, я пошла. Спасибо вам. Счастливо. До свидания. Пойдем, у меня для тебя сюрприз. Там? Какой сюрприз? Пойдем, увидишь, держи. Ты сумасшедший, здесь же все закрыто. Давай ко мне. Нас арестуют. Давай, 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 нет? Иди ко мне. Подождись, давай. Так. Оп. Ух ты. Ну вот. Ну ничего, на счастье. Все равно жалко, классная была бутылка, я такой никогда не видела. А я думал, ты специалист по бутылкам. В колбах и пробирках я разбираюсь гораздо лучше. Ладно, ничего, мы все еще наверстаем. Ой, осторожно, осторожно. Опа, смотри, какая красота. Вот такой моя жизнь была до встречи с тобой. А вот такой она у нас будет теперь. Правда? Обещаю, увезу тебя в Новосиб подальше от твоего всемогущего папочки. Мама будет там готовить пельмени, настоящие, сибирские. А я? А ты? Ты будешь работать со мной. Вдохновлять. Да, и направлять. Да мы с тобой столько открытий сделаем. Мир перевернем. Главное, чтобы все это пошло миру на пользу. Значит, ты согласна? Поедешь со мной? Хоть на край света. Дай-ка мне. Смотри, это ты? А это я. А, давай края обточим и сохраним их на память об этой ночи. Давай. Только я об этой ночи и так никогда не забуду. Опа! Дарья, ты что делаешь? Оп. Так. Закрывай глаза и не подглядывай. Я сейчас. Открывай! Ну все, теперь нас точно арестуют. Не догонит. Вчера образцы показывал. Немцы воют от восторга. Правильно сделали, что в дизайн вложились. Какой дизайн? Ты что, проблему не осознаешь? У нас летальный исход от взаимодействия с алкоголем. У нас? Нет. У вас, дорогой тесть. У нас в фармаконцепте результаты по всем тест-группам превосходные. У моей пациентки тоже были прекрасные показатели.
и приступы закончились. Черт ее дернул, это такайская пить. Это вас черт дернул. Дать пробник Фарбала, матери вице-мэра, да еще в домашних условиях. А разве ты не считал, что будет полезным, если я войду в президиум РАН? А каким образом, по-твоему, я мог бы это сделать, если бы я не вылечил любимую матушку Терехина? Ну вот видите, какой замечательный препарат. Да ладно, Валерий Дмитриевич, не нервничайте. Формулу мы в ближайшее время подкорректируем. А потом, какое официальное заключение по смерти Терехиной? Внезапная остановка сердца на фоне скрытой аневризмы аорты. Ну и возрастные изменения. Ну вот и прекрасно. А ты не догадываешься, чего мне это стоило? Ну, сами рискнули, сами расплатились. Похоже, еще не расплатился. Привет, Пышка. Вот ты умница, что приехала. Холодно. Опа. Да. Что здесь? Здесь, на кухне колдует. Позвать? Нет, что-то, подожди, сначала я тебя в порядок приведу. Ну что, как твое бедствие? Ой. Девчонки в порядке? Девчонки-то в порядке, в отличие от меня. А что такое? Ой, да соседи, которых мы затопили снизу, такими гадами оказались. Они комиссию пригнали, акт составили, представляешь? Теперь такие деньги требуют за свой ремонт, что я просто не представляю, что делать. А если еще твой балагур меня зарплаты лишит, то вообще тогда. Ладно, ладно, мы разберемся, а ты забудь. Сегодня мы компаньера. Там все в сборе? Почти все. Балагура еще нет. Юхля куда-то потерялся. Как всегда. Да. Ой, ну все. Ну? Ну как я? Неотразимо. Ну, все, я готова. Пойдем. А с балагуром я поговорю, ты не волнуйся. Хорошо, спасибо. Так. Джо, отвлекись. Посмотри, кого я тебе привела. Привет. Привет. Пишка. Портос. Даже не думай. Ну, Бэль! Жди, когда все за стол сядут. А. Так, ты Кюхлю нашел? На фирме он отсиживался. Ребят с охраны позвонили, сказали, что вроде опять он в какую-то передрягу попал. А, знаю. Поскользнулся, расшибся. Вроде как его побили. Сказали, что какой-то тип на него ломился. Не пустили. А потом сам Кюхлю пришел, морда расквашена. Господи, этого еще не хватало. И чего? Ну, чего? Балагур сказал его в машину запихать и сюда отправить. Да вот он, собственной персоной. Ну, слава богу. 10 years, unbelievable. 10 лет. Знаешь, ты стал еще красивее, еще пышней. Ну, ну я же пышка. Но вообще у меня уже 2 дочки-близняшки. Excellent, браво. Да. Ты счастлив? Ну, как сказать, все сложно. С мужем я развелась, но таким гадом оказался, которого даже врагу не пожелаешь. Ну, в общем, пил и бил. Карамба, я его убить. Да ну перестань, Джо. Он сам прекрасно с этим справляется. Ну и на работе все сложно, как-то. А как твоя эта дипломная тема? Диссертация есть уже? Да какая диссертация? Мне детей бы вытянуть вон. Я у Балагурова работаю, вон, медицинским представителем там, ну, по аптекам, по больницам езжу. Угу. Вот, так что, ну это не справляюсь, поэтому, ну ты-то как? Я не жаловаться, я не жаловаться. Ну, Бель сказала, что у тебя все хорошо. Excellent. Living the dream. Знаешь, для мексиканца жить Америка и карьера в Америке – это просто сказка. Так что все окей. Здорово, я рада. А семья? No, family. Я не готов. Какая семья? У меня есть эти рассказы. Романы! Романы. Слушай, Балагур, а что у вас там с Пышкой? Она говорит, ты ее уволить хочешь? Да кто ж ее уволит, мать, одиночку. Господи, хорошо. А то я уже подумала. Ну что ты, я просто переведу ее на должность лаборантки. С ума сошел? Как она на лаборантскую зарплату с 2 детьми? А теперь на ней еще и долг висит, соседи затопили. Милая, пойми, это бизнес, медпредставитель, это лицо фирмы. Мы не можем терпеть убытки из-за ее проблем. Джаги! Привет! О, Балагур, все, потом.
Hola, amigo! Hola! Привет! Компаньерос, прошу всех к столу. Уже все комплекто. Улыбка лиса нельзя ждать. Амиго, 5 минут. Okay? 5 минут. 5 minutes. Портос, зайди ко мне в кабинет. Пушка, пока никак. Ну, слушай, ты не волнуйся, я его дожму, хорошо? Ладно, давай. Своим скажи, охрану пускай не увеличивают. Но все входящие звонки и сообщения пусть записывают. Может пригодиться. Чего ты на меня так смотришь? Послушай, Фея сама не своя, все время ревет. Из-за тебя? Да я-то здесь при чем? Ты не темни, я твой пиджак у нее видел. А, так вот кто мой пиджак взял. А я, представляешь, на сотрудников ресторана бочку качу. Ты опять решил к ней подъехать? Запомни, я на одни и те же грабли дважды не наступаю. И мне твоя фея не интересна. А вот ты, мой золотой, кажется, берега попутал. Давай так. Дружба дружбой, субординация субординацией. Все, ладно, давай, иди к гостям, я сейчас приду. Ладно. Только смотри, ты меня знаешь. Я за нее убить могу. Джо, сегодня мы собрались с вами здесь не только по случаю прилета из-за океана нашего старины Джо, а еще и потому, что 10 лет назад мы с вами закончили университет и получили дипломы. И я несказанно рад, что за эти годы мне удалось раскрутить свою фармафирму, в которой мы все с вами благополучно трудимся. Да, у нас случаются проблемки, недопонимания. Но ведь она такая. Взрослая ты жизнь, да? Ведь недаром мы не забыли свои студенческие ники, правда? Мы все оттуда. Мы все из прошлого. И вы по-прежнему мои компаньерос. Браво! Браво, да, Вива! Самое время. Опа-ля. Предлагаю тост. Можно я скажу? Ну, пожалуйста. Я хочу адресовать этот тост всем вам, но в первую очередь нашему боссу, нашему неизменному лидеру. Дело в том, что все это время, то есть я хочу сказать, что если все бокалы наполнены... Подожди, Фея. Ты ошиблась. Не все бокалы наполнены. Их 7, а насколько я помню, компаньерос было 8. Академик? Как видишь, Портос, вот прилетел из Новосиба. И хоть я был изгнан из вашей теплой компании, но курс-то я закончил. А значит, имею право, такой же, как вы все, отметить этот юбилей. Окей, окей, нет вопрос. Uno momento, uno momento. Джо, позволь мне. Давай отметим. Выпей с нами. Можешь даже тост сказать. Но потом вали. Так будет лучше. 10 лет назад вы назвали меня вором. Ну что ж, это ваше право. А сейчас я хочу выпить за вас. И за всю вашу компанию настоящих воров. Ты что, с ума сошел? Пышка, а разве ты не в курсе, что лекарство, вокруг которого вы крутитесь в последнее время, панацея от астмы, было украдено у меня, вашим замечательным предводителем Балагуром, при помощи вашего друга Кюхли. Это неправда.
Да не стану я с вами пить. Просто противно. А ты балагур. Вор и мерзавец. А ну-ка, постой. Держи меня за вора. Да вы что? Балагур, ребята. Ну, как это? Не надо, ребята. Тихо. Сюда иди. Что, ревность играет, да? Тихо, Данила. Ну что ты? Данила, уходи, пожалуйста. Давай. Я прошу тебя. Ты тоже не веришь, что формула моя? Я верю мужу. Нормально. И отцу. Профессорская дочка. Бель, ты второй раз меня предаешь. Ой, иди сюда! Тихо, тихо! Пожалуйста, угомонись! Тихо. Ну? Тихо. А с тобой, гад, я еще разберусь. Давай! Все, да, тихо, шел, ну, отсюда, хватит, неудачник! Хватит. Все хорошо. Все хорошо. Сходи, переоденься. Я успею. Фу! Ну что? Что притихли, друзья? У нас ведь праздник, да? Это ж академик. Вы что, забыли? Он психолузер. Реагирует на его обвинение просто бессмысленно. Так что давайте выпьем. Фея, ты ж хотела тост сказать, да? Давай без тостов петь. И так уже все запыхались. Согласен. Но тогда просто за дружбу. Ну ладно. Давайте, отдыхайте, танцуйте, веселитесь. Я пойду переоденусь. Ты не думаешь, что академик чуть-чуть прав? Нет, что ты. 2 года наша фирма с Фарбалом работает. И потом отец Бэль к этому руку приложил. Европейское имя. Светило. А, Светило. Это как звезда, да? Ну… Академик тоже был на курсе звезда. Восходящий, да. Да, но только так и не взошел, как и я. Вот об этом я и предупреждал. Он меня у фирмы подстерег, я думал, убьет. Не трясись ты. Ничего он доказать не сможет. А если сможет? Или не будет ничего доказывать, а тупо отомстит. У него же были эти преступные наклонности. Да кишка у него тонка. Наклонности. Пошли к столу. Фея, а что за тост ты хотела сказать? Неважно. Я забыла уже. Верная женушка без партнера. Разрешите пригласить? Пойду с Кюхлей поговорю. Можно вас пригласить? Мы тут с Джо кое-что обсуждали. Ты же бывал в Новосибирске? Да, проездом. Когда работу искал, по стране мотался. Что? Академика я там не встречал, если ты об этом. Что ты такой нервный? Почему ты грустная? А, впрочем, я догадываюсь. Видела своего академика, да? Неужели старая любовь не ржавеет? Ты глупости не говори. Просто грустно стало. Ну да, действительно. Это грустная картина. Оказывается, гений, однажды поддавшись злодейству, со временем становится жалким истериком. Каким-то он больным выглядел. Да он выглядел сумасшедшим. С этими его нелепыми обвинениями. Да, воровство это по его части. А ты помнишь, как тогда твой папа его отмазывал? Я тебе еще раз повторяю, следствие доказало со всей непреложностью, что валюту из портмоне профессора Густавсона украл именно Данила Павлов. Только у него был ключ от деканата. И потом, что это за детский лепет?
Оборудование для опытов было закуплено на деньги неизвестного спонсора. Папа, он правда нашел деньги в почтовом ящике. Думал, что кто-то ему помочь хочет. Пачкой долларов помочь, когда ты повзрослеешь. Пап, ты пойми, академик он не мог. Ты меня пойми. Я прекрасно знаю, что такое страсть ученого на пути к открытию. А твой академик, он еще и буйная голова. Папа, ну что делать? Ну что? Танечка. Танюш, давай поговорим спокойно. Ты у меня единственная. Ты прекрасно знаешь, я никогда не одобрял твой выбор. Но вот этот случай, это уже последняя капля. Папа, он гений! Мы все гении в 20 лет. Да, он способный, талантливый такой эгоист. Подумай, какая жизнь тебя будет ждать с этим человеком. Значит так, я задействую все свои связи. Я замну это дело. Я верну деньги иностранцу под благовидным предлогом. Хорошо. Ради тебя я дам ему закончить университет. Но ты должна прекратить общаться с этим человеком. Что? Что? Ты с ним расстаешься и уезжаешь на стажировку за границу. Папа. Так будет лучше. Пап. Если нет, пусть этим занимается суд. Пап, ты с ума сошел? Я жду твоего ответа. Ау! Любимая, держи лицо. Не забывай, пожалуйста, что ты хозяйка бала и моя жена. Друзья, я предлагаю продолжить пирушку. Потому что впереди у нас с вами насыщенная развлекательная программа. А поконкретнее? Пожалуйста. Юбилейный фейерверк. Просмотр студенческого видео. Да, да. Забыли, какими цыплятами ощипанными были, а? Вот. Есть видео. Конечно. Поэтому быстро, быстро одеваемся на улицу. А потом допиваем улыбку Лиса. Джаки, за мной. Сейчас будет круто. Тиши лаборатории, изменить готовый мир. Мы в тиши лаборатории, изменить готовый мир. Ребят, мы что, заснули? Ком, я спать? По-моему, я перепил. Это старость. Раньше с улыбки Лиса так не валила. А мне вот вещий сон так и не приснился. А вам? Белль, тебе приснился? Кошмар только какой-то. А, вещий сон снится Балагур, поэтому не просыпаться и улыбаться. Балагур, что видишь, поделись с компаньерос. Не жмоться. По-моему, он не дышит. Балагур,
Кюхля. Ребята, по-моему, он умер. Dios mio, я вас уверять, в улыбке Лиса нет ничего криминального. Вы можете взять ингредиент, возьмите рецепт. Там есть только фрукты, ванилин и текила. И немножко травки майя. Травки, говорите. Да ну вот еще раз этот коктейль пили, вот, ничего. Да. Разберемся. Телефон консульства у вас есть? Зачем? Почему консульство? Так положено. То есть, хронических заболеваний у вашего мужа не было? Нет. И с вашей фирмой все в порядке? Никаких конфликтов в последнее время? Вашему мужу никто не угрожал? Нет. Мне показалось, или у вас голос дрогнул? Нет? Никаких конфликтов. Да. Вась, а? Кинолог просил передать, служебной собакой в доме работать нереально. На хозяйского кобеля реагирует. Понятно. И еще. Ребята за территорией нашли. В кювете. Хорошо. Ну что ж, Татьяна Валерьевна, распишитесь, где галочка. Полицию повезли до выяснения. В консульство звонили. Все выяснит, отпустит. А Портос где? Он фею домой повез, у нее истерика. Давай, я помогу тебе убрать все тут. Не оставлять же все так. Давай. Что-то у тебя за кулон странный. Его же не было, когда мы видео смотрели. Thank you.
Джаги? Джаги, кто там? Это я. Феечка, господи, как же ты меня напугала. Я подумала, ты ведь, ты ведь одна? Одна. Пышка часа два назад как выехала и к детям, а мне здесь ужасно жутко. Спасибо, что ты вернулась. Пойдем в дом? Пойдем. Пойдем. Пойдем, Джеки. Ты вся дрожишь. На, пей. Я с тобой, не чокаюсь. Я просто... Я долго здесь под окнами вернулась. А потом думаю, вдруг ты никого видеть не хочешь. Особенно меня. Что нам с тобой теперь делить? Я никак поверить не могу ему. 33 года было всего лишь. Он у меня тоже до сих пор перед глазами стоит. Как пришел вчера, веселый такой, полный сил. Кажется, просто сон кошмарный какой-то. Кошмарный сон? После Вайва Джо. Ты думаешь, улыбка Лиса виноват? Петя утром говорил, что сердце колет, может, поэтому. Нужно было остановить его. Нельзя было позволять ему выпить. Да, ты права. Я виновата. Я всегда была плохая жена. Ты бы, наверное, смогла его удержать. Петя очень страдал, когда мы расстались. Ты знаешь об этом. Балагур! Привет! Привет! Ты чего здесь? Да так. Задумался просто. А я вот документы получила, на стажировку в Ирландию еду. Все, завтра новая жизнь. Ну, я вообще-то тоже завтра в Дублин лечу. Круто. Ага. Значит, фея тоже летит? Нет. Как? Да так. Фея дала мне отворот-поворот, я больше не герой ее романа. Я не верю. Да брось ты. Вот. Теперь вот этот придурок занял мое место рядом с ней. Поэтому мне теперь либо в петлю, либо в работу с головой. Ну, лучше уж второе. Ты держись, компаньера. Знаешь, у меня ведь тоже что-то в этом роде. Да? Догадываюсь. Слушай, Белль, скажи мне честно, ты кофе хочешь? Хочу. Я угощаю. Он тогда всю стажировку в дикой депрессии был. Я его очень жалел. А он тебя очень жалел. И вообще, наверное, жалость – это, оказывается, лучший фундамент для брака. А если бы можно было все вернуть, ты бы не бросила его тогда? Я не знаю. Не знаю, дура была. Поверила под лицо одному. Аборт сделала. Да, аборт не надо было делать. Благур тоже переживала именно из-за этого, да и... Да и ты теперь. Вызови, пожалуйста, такси. Я домой поеду. Может, все-таки останешься? Нет, поеду. Подожди, ты... Извини, что я тебе так про аборт сказала. Само как-то вырвалась. У меня просто дети... Больная тема. И вообще несбыточная. Я поеду. Ваши товарищи утверждают, что вечеринка прервалась в момент появления вашего бывшего друга. Павлов его фамилия, да? Да. И что случилось?
Да ничего особенного. Обычная стычка ученых-изобретателей. Понимаете, мы сейчас работаем над новым лекарством. А академику Павлову показалось, что взяли его формулу. А это не так. Я думаю, что он ошибся. Или это параллельное открытие. Вы знаете, так бывает. Просто мы запатентовали Фарбел раньше. Кто мы? Мой отец, академик Головин. Многовато академиков. И после стычки Павлов сразу ушел, да? Да. И вы продолжили вечеринку и стали пить ваше зелье, да? Послушайте, но улыбка Лиса – это совершенно безобидный напиток. Джонаро Сибалис – замечательный, великодушный, добрый человек. Возможно, он что-то перепутал, переборщил с ингредиентами, но поэтому мы все заснули. Но смертельного там ничего быть не могло. Совершенно верно. Пробы, взятые на анализ, не выявили в напитке ничего предосудительного, кроме легкого снотворного эффекта. Ну вот видите. Именно поэтому я отпустил вашего заграничного друга под подписку о невыезде. И, Татьяна Валерьевна, с вами мы оформим аналогичный документ. Со мной? Да. Как и со всеми участниками вечеринки. Подождите, я вообще ничего не понимаю. В бокале, из которого пил Балагуров, было обнаружено неизвестное химическое соединение, которого не было в других бокалах. Еще раз благодарю вас за вашу помощь, за поддержку. Спасибо, что вы пришли. Очень рады сотрудничать. Очень рады. Валерий Дмитриевич, слышал про ваше несчастье с зятем. Сочувствую искренне. Благодарю. И дочери, пожалуйста, соболезнования от меня. Ну, что делать, что делать? Мы все смертны. Вон Терехин. Терехин, он мать хоронит. Извините. Да. Выпьем. Я прошу вас, прекратите мне звонить. Я хотел спросить. Я же сказал, дайте мне время. Вот все бумаги, которые... Хорошо, я понял. Договор, что может сами надеяться. Ваш представитель должен дождаться. Вы сказали, неизвестное химическое соединение. Ну, пока неизвестное. Наши эксперты немного тянут. В нашей компании есть хорошая лаборатория. Мы можем точно определить состав. Чтобы выдать заключение, выгодное вам, да? Да вы что? Вы что, полагаете, что это я убила своего мужа? Я уже давно ничему не удивляюсь в этой жизни, Татьяна Валерьевна. А какой мотив вы мне припишете? Ну, например, ваше лекарство сулило колоссальную прибыль. И что? Фарбел запатентован в равных долях на моего мужа и на моего отца. А по вашей логике, получается, я теперь должна убрать и отца? Не советую. Можете идти. А говорят, у вас с этим скандалистом Павловым был когда-то бурный роман, да? Был. 300 лет назад. Угу. Господи, пап, ты что здесь делаешь? Я жду тебя, малыш. Нам надо очень серьезно поговорить. Ты не пугай так. Что случилось? Танюш, теперь именно ты являешься главой фармконцепта. Ты отдаешь себе в этом отчет? Сегодня мне было не до этого, если честно. Я понимаю. Положение в фирме очень непростое. Я хочу тебя предупредить. Из первого же немецкого транша ты должна будешь перевести крупную сумму денег на мой счет. Я одалживал для фирмы. Петр был в курсе. Папа! Папа, о каком транше ты говоришь? Ты что, не понимаешь? Петя умер вот здесь, в этом доме, вчера. Я все понимаю. Но тем не менее, ты знаешь, Фарбел – это проект всей Петиной жизни. Его внезапная смерть может насторожить немцев.
А что, если они отложат подписание контракта, не дай бог? Это вероятно. Почему? Следователь сказал, что это был не несчастный случай. Петю отравили. Да этого не может быть. Он предполагает, что это я налила ему в бокал яд. У него была пена на губах, значит, вероятно, что-то вызвало судороги и паралич сердца. Пена на губах? Папа, пап, что случилось? Не может быть. Таня, вспомни, пожалуйста, кто-то мог проникнуть в дом, когда вы налили бокалы? Постой, ты сказала вчера, что Павлов приезжал, академик твой, и был скандал. Да, он приходил, на 5 минут, не больше, потом ушел. Ты чего-то не договариваешь? Пап, мне кажется, да я уверена, что он возвращался, когда мы все уснули. Ты видела его? Нет, я не видела, но… Вот. Вот, видишь, это его кулон. Я нашла его у себя на шее, когда очнулась. Следователю сказала? Нет пока. Ну как нет? Но папа, академик, не мог. Поверь, у него был повод ненавидеть твоего мужа. Нет, не может быть. Академик, конечно, он взрывной, но… Но убить он не мог. Нет, компаньерос не убивать. Я так вчера сказал следователю. Слушайте, ну никого же вчера из чужих не было. У меня уже мозг плавится. Он такой хороший был. Да вы вообще все классные. Да, особенно вчера. Слушайте, а где Кюхля? А он позвонил и попросил передать, что приболел. Вообще странно, вчера упал, сегодня приболел. Да, и этот у него вчера фонарь под глаз. Угу. Но это же не из-за Балагурова. В смысле? Ну, я в пятницу видела, как Петр Аркадьевич кричал на Берга и грозился отстранить его от проекта или вообще выгнать, но он его не бил, честно. Танечка, как ты? Не надо, а то я разревусь. Давай кофейку. Нет, надо, несмотря ни на что, продолжать работать. Татьяна Валерьевна, мы тут подумали, что это Берг. Что Берг? Отравил его. Кюхля! Это чушь! Ну, конечно, чушь. Конечно, чушь. Но просто… Просто Вика вчера слышала, как Балагур хотел отстранить Берга от проекта. Да, но это ничего не значит. Вообще-то Берг всегда говорил, что Фарбл для него это все. Хватит. Давайте оставим эти догадки для следователя. У нас другая работа. Вика, подготовь мне, пожалуйста, все документы для контракта с немцами. Хорошо. Кюхля не появлялся? Нет. Там полиция приехала, обыск. Придет сразу его в лабораторию. А что ищут-то? У него в сейфе не хватает одной ампулы Фарбла. Точно такой же, как та, которую вчера нашли у дома. Если что, я в лабораторию. Вот, я же говорила. Бель, ты можешь поговорить со мной сейчас? Да, Джо, пойдем. И я прошу всех, возвращайтесь к работе. Сори, я зайду попозже. Нет, нет, я в порядке. Говори. Лучше, конечно, увидеть один раз. Por favor, увидь. Это предложение, которое я обсуждал вчера с Балагур. И Балагур мне говорит: «Амиго, Джо, я решил, что я буду продвигать Фарбель вместе с Джо». Извини, Джо, но я не очень могу в это поверить. Петр уже завязался с немцами на эксклюзив, мы год на это работали. Нет, ну так это потому, что у вас не было мое предложение. Мы денег вкладывать в 10 раз больше. Ваша прибыль в 100 раз больше. Я не могу принять такое решение самостоятельно. Мне нужно посоветоваться. Хорошо, только смотри, мой босс не любит долго ждать. Хорошо, хорошо. Мы тоже не можем ждать. И давай это… Ответ побыстрее, хорошо? Послушай, я вот чего тебе хотел сказать. Очень важное. Кюхля не убивал, не мог Портос убивать Балагур. Портос? Да ты в своем уме? Я видел, как он угрожал ему из-за фея. Он ему говорил: «Я тебя убью». Хуро пор диас, клянусь Божья мать. Да господи, мало ли кто что мог сказать в запале. Послушай, Портос обожает свою фею. Я его понимаю, как мужчина, он мачо. Джо, иди, пожалуйста. Хорошо. Только кто-то это сделал. Наш друг университет. Не ты и не я. Подумай об этом.
Валерий Дмитриевич? Я же сказал, меня нет. Ни для кого. Ваша дочь звонит, а у вас телефон выключен, а у нее срочный вопрос. Да, Таня. Пап, скажи. А какие планы были у Пети насчет Джо, ты знаешь? Какая тебе разница? Сверяться будем, что ли? Джо показал мне коммерческое предложение American Farmland. Они предлагают сумму несоизмеримо больше, чем немцы. И Джо говорит, что Петя успел сказать ему «да». Как скоро? Что? Как скоро американцы готовы открыть финансирование? Ну, видимо, скоро. Конкретные сроки еще можно обсудить, конечно. Вот с этого и начинай. От этого, от сроков, и будет зависеть твое решение. Но у нас с немцами уже финальные переговоры. Контракт будет с теми, кто предложит лучшие условия. И самое главное, кто первый переведет деньги на счет фармконцепта. Это бизнес, малыш. Так бы поступил Петр. Ясно. Да, с отпечатками здесь, конечно, не очень. Здесь убирают каждое утро. Стерильно. Я понял. Кюхля, ну наконец-то. О, наш пропавший гений Евгений. Очень рад. Я Вильгельм. А, это, уважаемый Вильгельм Карлович, мне известно со вчера. Вопрос не в этом. Где вы были сегодня с утра? Болел. Понимаю. Очень даже понимаю. Еще один вопросик. Вот здесь, по документам, у вас в лабораторном холодильнике должно храниться 324 упаковки с фарблом. Ну, с которым вы работаете, правильно? Да. Угу. Итого 3240 ампул. А в наличии 3239. Внимание, вопрос к уважаемому ученому. Где недостающая ампулка? Я не знаю. Я не знаю. У меня все четко, всегда под роспись. Я честно не знаю. Очевидный ответ таков. Именно ее мы нашли вчера у дома Балагурова пустой. У дома, где было совершено отравление. Согласны? Я не знаю. Кто в компании имеет доступ к препарату? Я... Берг, завхлап. Он контролирует всю раздачу препарата. Но... Что но? Вчера на первом этаже в туалете было открыто окно. Там даже след остался на подоконнике. Уборщица везде убралась. А там я могу показать. Вы хотите сказать, что вчера мог проникнуть посторонний в лабораторию? Вчера было неожиданно отключено электричество. У меня зафиксировано. Можете проверить. То есть вчера замок на этой двери не работал? И на холодильнике тоже. Я сразу пришел, все проверил. Это длилось не более 5 минут. Холодильник был в порядке, заперт. Этот ключ вы видели здесь тогда? Нет. Может, вы оборонили? Ваш? Нет, это не мой. А что это за ключ? Не знаю, нашли при обыске. Прямо под холодильником. Фея говорит... Отставить разговорчики. Я изымаю у вас вот это для анализов. Запишите это в своем журнальчике. Хорошо. Я умоляю тебя, сделай хоть что-нибудь. Он так на меня смотрел, как будто бы он уже уверен. Я не знаю, у меня просто пропало. Так успокойся, Кюхля, что случилось? У меня... В смысле, у нас из лаборатории пропала одна ампула фармала. Но я тут не при делах, я ни при чем. Я тебе клянусь, чем хочешь, я его не травил. Да, симптомы те же, но я... Какие симптомы? О чем ты говоришь? Судороги, паралич сердца, пена изо рта, но я же не при делах. А при чем тут фармала? Или ты хочешь сказать, что моего мужа отравили его же лекарством? Причем одной ампулой? То есть одна ампула нашего препарата, рекомендованная доза, оказалась смертельной? Кюхля, я ничего не понимаю. Таня, не вникай и не парься. У нас все под контролем. Мы целый год тестируем, и у всех тест-групп положительная динамика. С фарбалом все окей. Но ты только что сказал, симптомы те же. Что ты имел в виду? Да я просто не так выразился. Да при определенной ситуации можно от чего хочешь. Даже от витаминов. И потом по фарбалу еще ничего не доказано. Так что я дурак. Не обращай внимания. Нет, правда, правда. Наша ампула была найдена около дома. А мы делали их только под заказ. Слушай, скажи честно, формула правда была украдена у академика? Тебе Балагур все рассказал? Татьяна Валерьевна, они теперь сюда идут с обыском. Вас просят срочно подойти в кофе-пойнт. Там вас ждет следователь.
Снег, ты еще придешь? Пойдем в кафе сейчас, а? Тут недалеко. Ну, слушай, вдруг я еще полиции понадоблюсь? Ну, понадобишься тебе. Позвонить и ты приходить. На полчасика. Ну, недалеко, да? Недалеко. Только кушать, пишка. Ненадолго, да? Нет. Я сейчас за сумкой сбегаю, ладно? Окей. А, скажите, пожалуйста, а где сейчас находится Павлов Данила Викторович, академик ваш? Откуда я знаю? И почему мой? А почему, кстати, академик? Потому что Павлов или потому что умный? На курсе был умный. Самый. Да, с умными всегда непросто. Вы говорили, что после того научного спора с вашим мужем Павлов в дом больше не возвращался. Вы уверены в этом? Мы напились коктейля, вы же знаете. Об ответственности за дачу ложных показаний вы осведомлены. Ну, это я так, на всякий случай уточню. Я не видела, чтобы Павлов возвращался. Жаль. А вот охрана видела. Они показали, что Павлов, выйдя за шлагбаум, ровно через четверть часа вернулся. Это подтверждают и камеры наблюдения на въезде в поселок. А ваши друзья подтверждают, что сразу же, после того, как скандал утих, вы пригласили всех на площадку перед домом петарды поджигать. А где была ваша собачка? Он был заперт. Как интересно. Джаги боится петард. Ага. А вы, судя по всему, не боитесь незваных гостей. Вход на заднем крыльце был гостеприимно открыт, не так ли? Когда мы все дома, он открыт. Ага. Скажите, а Павлов, когда первый раз приходил в дом, он мог видеть, куда ваш муж поставил свой бокал? Наверное, видел. Мой муж и Павлов, они отошли в сторону, начали ругаться. Потом Петя поставил свой бокал на столик. Показания совпадают. Не только вы это заметили. Следовательно, определить, куда плеснуть яд, было нетрудно. Да нет, это невозможно. Что невозможно? Определить, почему? Академик возвращался не за этим. Он пришел, чтобы отдать мне кулон. Наш талисман студенческих времен. То есть вы виделись с ним? Нет. Этой ночью, когда полиция уже уехала, я обнаружила этот кулон у себя на шее. Как романтично. Почему вы сразу не сообщили об этом? Я надеюсь, вы не будете против, если мы продолжим разговор в вашем кабинете. Знаешь, я 10 лет мечтала, пишка. А я думала, ты 10 лет обо мне мечтал. Ну, конечно. Ты самая красивая и самая вкусная пишка на свете. Не знаю. Я тоже 10 лет мечтал. Ой, подожди. Кто-то мне звонит. Это босс, прости. Добрый день, сеньор Дженерате. С Фарбелом небольшие проблемы. Это действительно лакомый кусок. Я работаю усиленно. Но мы не единственные претенденты. Большая конкуренция. Стараюсь сделать все, что возможно. Думаю, какие-то новости будут в ближайшее время. На связь выйду сам, как только так сразу. Ты говорил о Фарбеле? Да, это бизнес. Работа. Ты ведь мне помогать? А что я должна делать? Кушать, пишка, пока горячий. Почему вы не сказали мне про этот кулон сразу? Мне было неприятно об этом говорить. Как и про то, что ваш этот умник проник в гостиную, пока вы развлекали друзей на лужайке шутихами, и влил яд в бокал Балагурова, это да? Неправда. Тогда остается подозревать ваших друзей. Да нет, да не могли они. Нет, действительно, Джаги был заперт, дом открыт. Слушайте, может, это какие-то конкуренты, в конце концов? Так Павлов же и есть ваш конкурент, да? Других посторонних на территории поселка не было замечено. Послушайте, но вы же пришли сюда с обыском, потому что нашли около дома ампулу из-под Фарбела, правильно? Ну и поэтому, да. Так вот, у академика не могло быть Фарбела. Откуда? Даже у меня нет к нему доступа. А, вероятно, поэтому он накануне проник на территорию вашей фирмы. Павлов, спросите у начальника вашей охраны. Он вам расскажет про распахнутое в туалете окно, про следы на подоконнике, про перебои с электричеством. Да нет, не стал бы академик так светиться. А как же его неуправляемый характер? Ладно. Ключик
найден в вашей лаборатории под холодильной камерой, где хранились ампулы. Знаете, кто зарегистрирован в этом номере? Попробуйте догадайтесь. Правильно. Павлов Данила Викторович. На подобных мелочах прокалывались такие изощренные преступники. Где сейчас находится господин Павлов? Я не знаю. Вань, а почему ты мне не сказал про это окно сразу же, еще вчера? Я доложил Балагуру. Когда? Перед нашим праздником. То есть именно во время этого разговора ты угрожал его убить? Ты что, сдурела? Бэй, не было такого. Не было? Не было. Показалось мне, значит? Показалось. Ладно, извини. Мне тоже, кстати, кое-что показалось. Что? Джо, ты не обратил внимания? Совсем другой стал. 10 лет прошло, мы все изменились. Он совсем на себя не похож. Глаза, повадки, все другое. Вчера этот коктейль приготовил. Никогда от улыбки лица так не валило, даже меня. Ты что думаешь, что это Джо Петю отравил? Зачем? Я ничего не утверждаю, но как-то… Короче, надо разобраться, какой у него интерес к Фарбулу. Сейчас. Да, слушаю. Да. Да, сейчас привезу. Академик арестован. Просит привезти кулон. Какой кулон? Я вам объясняю, я не могу взять деньги из воздуха. Я понимаю, что вы серьезный человек. Не надо мне угрожать. Нет, динамить вас у меня даже в мыслях не было. Завхоз с университета. С ремонтом тянет, собака. Ты же знаешь, как у нас. Пока не накричишь, ничего не сдвинется. Извини, что у тебя? Есть какие-то новости? Академика арестовали. Все улики против него, но я все равно не верю. Ты и тогда не верила. На 5-м курсе, помнишь? А ты что думаешь, что он мог убить? Есть другие варианты. Мне нужно отвезти это в полицию. Нет, я не верю, пока я не поговорю с ним. Только вы мне дали его с тобой? Ходи! Послушай, ты не в себе. По-моему, тебе нужен врач. Я сама знаю, что мне нужно, а что нет! Уходи! Успокойся, все будет хорошо! Что будет хорошо? Что будет хорошо? Балагура больше нет! Его больше нет! А я любила его больше всех на свете! Как ты не понимаешь? Успокойся, Фея! Послушай, я пришел сказать, что академика арестовали. Он убил! Все! Закончилось. Все. Слышишь? Все. Все. И вы вернулись в дом, чтобы отдать хозяйке безделушку.
Или это не безделушка? Да какая вам разница, безделушка это или не безделушка? Просто вернул и все. А вас не удивило, что все находятся в бессознательном состоянии? Удивило, даже испугался. Помощь не пытались оказать? А зачем? Я подошел, увидел, что они спят. Видимо, улыбки Лисы напились. Я-то тут при чем? И поэтому вы тихо повесили головиной на шею кулон и удалились. А зачем вы пытались проникнуть на территорию фарм-концепта? Это было днем. Хотел с ними там разобраться. Забыл, что выходной. И когда охрана вас не пустила, вы решили найти другой путь через окно туалета. Я забрался на этот подоконник, а тут кюхля. Но я спрыгнул и ударил его. Про ваши претензии на авторство Фарбола мне известно. Но зачем вы все-таки проникли в здание? Я? Это ваш гостиничный ключ. Его нашли под холодильником, там, где хранился препарат. Зачем вы проникли в лабораторию? Вы бредите, я не был ни в какой лаборатории. И ампулу пустую не выбрасывали у дома Балагурова. Кстати, тщательно протертую. Послушайте, а не логичнее предположить, что это сделал кто-то из сотрудников фирмы? Логичнее. Но только соседи утверждают, что никто, ни гости, ни хозяева не выходили из дома за ворота. А вы выходили, и даже дважды. Думайте, что хотите. Вика, скажи, а Петр в последнее время никаких странных писем не получал? Может, ему угрожали, он мне просто не говорил? Нет, ничего такого. Однажды сказал, что ему какой-то академик истеричное письмо написал, и если будут звонить из Новосибирска, не соединять. Понятно. Слушай, свари мне кофе и себе тоже. Вик, ты выглядишь как-то неважно. Все нормально. Не заболела? Может, что-то случилось? Нет. Просто от меня мой парень ушел. Понятно. Ну, ушел и ушел. Не волнуйся, не переживай. Ну, посмотри-ка, это у нас красивая, молодая. Да, мне квартиру оплачивал. Теперь в коммуналку придется возвращаться. У меня там мама, она выпивает. Да я смотрю уже с вещами. Просились ехать. Так, ладно. Ты пока поживешь у меня, а потом решим. Нет, ну как же, мне как-то неудобно. Все удобно. Простите, опоздал. Там пожарные все перегородили. Горит что-то. Ага, на парковке что-то подожгли. Ну ладно, все, садись. Вернемся к нашим баранам. Что там с альдегидами? Работаем. Ты уже давно должен был найти способ изменить формулу. Пока не получается. Речь идет о жизни и смерти. Валерий Дмитриевич, как работать? То обыск, то допрос. Хорошо. Есть шанс уничтожить пробную партию. Да как? Полиция все опечатала. Имей в виду, именно ты занимался доведением до ума всех наших разработок. И отвечать первым будешь ты. Балагуров тебе это уже говорил? Валерий Дмитриевич, там ваша машина. Что? Сгорела! Зачем ты здесь? У тебя же никого в городе. Я уговорила следователя разрешить свидание. Зачем? Скажи, Данила, а в тот вечер ты вернулся действительно только для того, чтобы отдать мне стеклышко? Только для этого? Отведите меня в камеру. Подождите, я просто хотела узнать. Может быть, ты видел кого-то? Ты меня неправильно понял. Да, все я правильно понял. Ты способна только предавать. А где папа? Без папы. Да вон, вон. Саша, заходите. Вот кто теперь главный в семье. Вот наша машина. Давайте, вызывай. Жених первый раз открывает своей невесте дверь. Да? Шарики, желание. Шарики. Два, три. Ура! Горько! Прошу в новую жизнь. Ну что, добрый путь, молодожены. Давайте за их здоровье выйдем. Мы догоним! Пока! Пока!
Портос, это я. Слушай, у тебя есть хороший адвокат? Нет, наш юрист меня не устраивает. Мне нужен по уголовным делам. Да нет, никто на меня не думает. Это для академика. Да, ты не ослышался. Из-за смерти Балагурова вам зарплату не задержат? Не должны. А 15-го ипотеку платить? Все будет нормально. Будет? А я вот не уверена. Я давно подозревала, что вы с Балагуровым что-то мутите. Вот подожди, тебя так же прикончат, как его. Что ты несешь? А что? Ты себя в зеркало видел? У тебя руки трясутся, ты весь нервный. А между прочим, все это твой Балагур. Да я давно подозревала, что он тобой манипулирует. У нас с Балагуром нормальные рабочие отношения были. И он был моим другом. Другом, значит, да? Вот так? А это что такое? А это что такое? Посмотри, а? Ты где взяла? Где это? Взяла? Там уже нет, надо было лучше прятать. Нет, ты посмотри, получил-перевел. Просто какой-то передаточный пункт. А сумма-то? Я дома таких и не видела. Отдай. Да? Кому деньги переводил? Отдай. Я спрашиваю, кому платили? Не твое дело! Гад. Спасибо, Викуль. Готовишь ты замечательно. Мама для меня никогда не готовила. Пришлось научиться самой. Не хуже Пышки, а она у нас тоже шеф-повар. Нина Семеновна мне очень нравится. Она такая добрая. Мне тоже. Правда, Петр Аркадьевич ее не очень любил. Уволить ее хотел. Почему ты решила? Ну, он сам однажды говорил, что пора от нее избавляться. Она там что-то напортачилась с рекламой. Что? Просто если искать мотив. Ты про убийство? Ерунда полная. Пышка мухи не обидит. И вообще у нее дети. Знаете, у нас в коммуналке соседка своего сожителя зарезала. За то, что он пропил детские деньги. Это ты к чему? К тому, что любящая мать, она на все способна. Ой, девчонок еле уложила. Такие впечатления за день. Они никогда столько воздушных шаров-то не видели. Это дядя Джо из Америки. Оля! Даже не думала, что так можно приятно провести вечер. Ты забыл? Да. Ведь и вправду я стала совсем другой. Ты красивая. Я злая и агрессивная. А когда доведут, вообще на зверя похоже. Ты просто не знаешь. Нина, я хочу тебя спросить. Тогда, когда я тебя звать жить со мной в Мексике, почему ты мне отказывать? Ну, так получилось. Тебя Балагур отговаривать? Ну, с чего ты взял? Интуиция? О, привет. Привет. Слышал, в ординатуру метишь? Не, не угадал. Да ладно, не скромничай, мне уже разведка донесла. Под твою дипломную работу министерство грант дает. Все ты знаешь, слушай. Знаю, знаю. Мне такие умные головы в конторе нужны. Пойдешь ко мне? Не, не получится. А что так? Ну как, я в Америку уезжаю, Джо замуж зовет. Вау, да. Вот это поворот. Я бы на твоем месте подумал 100 раз. Я тебе как друг говорю. А чем тебе Джо-то не угодил? Да нет, мне Джо всем угодил, но... Что оно? Просто он... мормон. Кто? Угу. Похоже, тебе Джо ничего не говорил, да? Что это? Ты в интернете почитай. Говори. Ну, понимаешь, Пышка, это такая религиозная секта в Америке, их там пруд-пруди. Нет, ничего страшного, не волнуйся, но... Что но? Ему по религии несколько жен полагается, поняла? Ну, вообще странно очень. Джо мне почему-то ничего об этом не рассказывал. Джо, а это правда, что у мормонов много жен? Мормоны Америка, ты знаешь, мормоны Америка. Но раньше так было, сегодня это уже не так. И кроме того, я лично никогда не встречал живой мормон. Так и подумала, когда тебя увидела. Нин, скажи, может, поздно,
Помрите или как? Оставайся. Вы уж простите меня, матерого законника, но вы действительно уверены, что ваш академик не при делах? Или мне придется строить защиту иначе? Уверена. Хотя против него все и все. А за него что-то есть? Только моя уверенность. Не густо. Он не мог. Я точно знаю. Ну хорошо, попробуем разобраться. Для начала я бы попытался выпустить его под залог. Деньги сумеете найти? Папа. Таня, ты почему здесь? Так ты на звонки не отвечал. Что у тебя тут? Там ученый совет через 5 минут. Ты по делу? Да, ты можешь мне денег одолжить? Мне очень нужно. Давай потом об этом поговорим. Когда? Я заеду к тебе вечером сегодня или завтра утром. Ну ты дашь? Решим. Я просто сейчас бегу, спешу очень. И ты езжай на работу, нельзя фирму оставлять. Бергу скажи, пускай мне позвонит. Мне нужна консультация по одному диплому. Просто варвары. Наверное, наркоманы какие-нибудь. Татьяна Валерьевна, там представитель немцев приехал с соболезнованиями. Они узнали про Петра Аркадьевича. Ты им подробности, надеюсь, не сказала? Нет, что вы, они думают, что у него сердце, и я им кофе заварила. Хорошо, скажи, я буду через 2 минуты. Да. Да. Татьяна, добрый день. Это Лев Борисович, адвокат. К сожалению, у меня неприятные новости. Ваш академик Павлов отказывается выходить под залог и вообще от вашей помощи отказывается. Вы слышите меня? Татьяна. Алло. Вы уже освободились? Немецким господам не до сантиментов. Ждут не дождутся завтрашнего подписания. А я тут стол убираю. И вот думаю, вдруг в этом воске тоже яд? Да это обычные свечки. Только я никак не могу понять, зачем и кто? Я уборщицу сегодня спрашивала, она клянется, что утром делала уборку, и ничего этого не было. А я в кабинет до вас не заходила. Папа, пап, слушай. Да нет, с немцами все в силе. Но утром кто-то влез в Петин кабинет, свечки какие-то зажег. Но больше ничего не разбили, не украли? Да нет, вроде. Но слава богу. А в кабинете у тебя что за погром? Да утром я видела. Конечно. А машина твоя? В каком она ремонте, папа? Тюхля сказал, что ее сожгли. И вообще я не понимаю, я тебя не узнаю в последнее время. Ты можешь сказать мне правду? Танюша, успокойся. Эти твои свечки совершенно из другой оперы. Портос, ты тут цветочки поливаешь?
Ты начальник службы безопасности или кто? А что случилось? Ничего особенного. Просто кто-то проник в кабинет гендиректора фирмы. Свечки зажег, поминальные, видимо. Это что? Угроза? Мне? Кому? Кого это должно волновать? Бэль, прости, это я зажег. Прости. Ты? Зачем? Балагура помяну. Понимаешь, у меня бабуля в деревне. У нее когда... дед умер, она 7 дней свечи зажигала. Ну, говорила, что ему там за гробом легче, как-то светлее. С тобой не соскучишься. Ты выпил, что ли? Ну так, чуть-чуть, за покой души. Тебе налить? Нет, не надо. Ладно, проехали, только давай больше без этих сакральных мероприятий в моем кабинете. Угу. Ну что, пап, пока Вика за хлебом пошла, давай с тобой поговорим на чистоту. Что ты хочешь знать? Все, полную картину. Я уже не маленькая девочка. И только не надо мне рассказывать про этих твоих отчисленных двоечников, которые сожгли твою машину. Пап, кто тебя терроризирует? Это как-то связано со смертью Пети? Нет. Это мои кредиторы. Я тебе уже говорил, что из первого же немецкого транша мне нужно будет вытащить большую сумму денег. Я не представляю, как мы это оформим. Научишься. Ты уже не маленькая девочка. Главное нам сейчас подписать контракт. Но почему твои кредиторы пользуются такими странными методами? Может, правильнее обратиться в полицию? Ни в коем случае. Да, это полукриминальные структуры. Тогда не было другого выхода. А сейчас, если мы обнародуем нашу связь с этими людьми, можно ставить крест на моей карьере. И на фирме тоже. Поэтому мы ждем немецкого финансирования, получаем деньги, отдаем долг и все. Забываем про все. Пап, но... если Петю убили, влив в бокал ампулу, получается, Фарбелл смертельно опасен. Чушь. Петя умер от сердечного приступа. У полиции до сих пор нет никаких доказательств того, что причиной этого приступа был Фарбелл. Но, пап... все тесты на совместимость с алкоголем пройдены. И почему у Балагура была такая реакция, никому не известно. Но... никаких «но». О-о-о! Боже мой! Какая... ой! Нет, слушай, давай лучше ты их сама на тарелочке, ладно? А то я... я когда маленькая была, мне папа вот таких вот с работы один раз принес. Они в его рабочей сумке так пропахли, ужас! А кем он у тебя работал-то? В РЖД дезинсектором вагонов. Я их все равно все съела. Мама ужасно переживала, что ей ничего не осталось. Всю пачку, что ли, умяла? Их там было всего 1,5 штуки. Папа с праздника на работе принес. А мы их вообще не покупали. Да. Не сладкое, похоже, у тебя детство-то было. Можно и так сказать. Так, я поняла. Основа активного действующего вещества Фарбелла вступает в реакцию с высшими альдегидами. Да, образуя смертельный яд. А в случае с улыбкой Лисы альдегиды были с избытком представлены ванилином. Надо же, как ты много помнишь из университета. А как же в других случаях? Высшие альдегиды встречаются во множестве продуктов. И вин. Как ты вообще собираешься запускать препарат в широкую продажу? Я работаю. Ну ты же знаешь, Белль, я работаю круглые сутки. Ищу составляющие, которые бы блокировали это опасное соединение. А результата ноль. Потому что это не твоя формула. Не наша. Ты ее украл у академика. Ведь так... я не хотел этого, Белль. Ну, ты тут устроился. Прям берлога алхимика какая-то. Чтобы эту берлогу оплачивать, приходится в школе работать. Химию читаю. Так, а как же ты так? А вот так. На жизнь хватает. Мне тут даже одна гениальная мысль в голову пришла. Вот работаю над ней днем и ночью. Гениальная мысль? Угу. Расскажешь? Извини, не могу. Пока не закончил, не могу. Может, чаю? Да, да. Ну, ты располагайся, будь как дома. Спасибо. Тебе черный или зеленый? Зеленый. И потом я сразу понял, что его открытие гениально. И сразу же побежал к Пете. Нет, я показал Балагуру эти записи только для того, чтобы он помог академику пробить его идею. И Балагур сказал, что найдет финансирование и подключит его к проекту. Но ты же прекрасно знал, что академик никогда не пойдет работать к Балагуру. Но я ведь не знал, что все так закончится. И потом, академик тоже не прав. Он имел право злиться, но зачем же убивать?
А я не верю, что это он убил. А кто? Ты. Ты панически испугался, что Данила приехал, и вот-вот откроется твое воровство. Ты подставил его и подбросил ключ от его отеля. Да нет, я ключ-то впервые увидел при обыске в лаборатории. Спроси у Портоса. Кроме тебя никто не встречался с академиком до вечеринки. Никто вообще не знал, что он тут. Нет, Белль, я тебе клянусь, нет. Ты подкинул ключ, потом изобразил ограбление в лаборатории, а потом просто взял ампулу и влил балагуру в коктейль с ванилином. Белль, я тебе клянусь, что нет, ты ошибаешься. А потом одним махом убил двух зайцев. Одним махом. Сначала убрал балагура, который накануне принял решение снять тебя с проекта, а потом отправил академика за решетку. Нет. Гениально и просто. Нет, 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 нет. Вот. Договор. Число, видишь? За день до убийства балагура. Тут черным по белому написано, что если я решу проблему с лекарством в течение месяца, то балагур мне выплатит бонус в размере годового оклада. Скажи, пожалуйста, какой мне был резон его убивать? Ведь мне были очень нужны деньги. И мне нужен был балагур живой и здоровый. А я был нужен ему. Если сейчас этот проект накроется, то я просто погибну. Белль, я тебе клянусь. Я устраню эти чертовы побочные реакции. Главное, молчи. И ничего не говори об этом немцам. Не погуби нас, Тань. Вот сюда, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Guten Tag. Здравствуйте. Здравствуйте. Guten Tag. Проходите, пожалуйста. Guten Tag. Добро пожаловать. Guten Tag. Спасибо. Ну что ж, я вижу, все готово. Мы можем начать. Я очень волнуюсь. Такие эмоции я испытывал только два раза в жизни. Первый раз, когда родилась моя дочь, и затем, когда я защитил докторскую степень. Ну, Бог любит Троицу. И, наконец-то, к десятилетнему юбилею фармконцепта наш долгий путь исканий и напряженной работы завершился, не побоюсь этого слова, триумфом. Я очень рад и горд, что партнеры из Германии по достоинству оценили нашу работу и нашли средства для того, чтобы дать Фарбеллу путевку в жизнь. Я передаю слово Татьяне Валерьевне. Открою небольшой секрет. Препарат был назван в ее честь. Фарбель. Белль, надеюсь, рука у тебя не дрогнет. Спасибо, спасибо большое. Момент действительно очень волнительный. Трудно переоценить значимость этой минуты и тех перспектив, которые открываются перед всеми нами в связи с запуском Фарбелла в производство. И... Я все правильно понял. Ты способна только предавать. И я... В связи с этим... Я не считаю возможным сейчас подписать это соглашение. Таня... Лекарство на данный момент недоработано. Нами выявлен ряд опасных побочных реакций. Более того, возникли вопросы с авторством открытия. Таня, что ты несешь? В связи с чем? Есть подозрение, что мой муж не умер от сердечного приступа, а был убит. Я не считаю себя вправе скрывать все эти обстоятельства от наших партнеров. Спасибо за честность, Таня.
отец. Бель, 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 грандиозаменте. Ты произвел полный фурор. Они там все просто в шоке. И только я тебя понимаю. Это был такой трюк, хитрость, да? Пока немцы взяли тайм-аут для договора, ты с чистой совестью идешь в American Farm Line. Нет, Джо, никакой хитрости не было. Как? Я же видел, ты отказать немцам. Да. В данный момент я не могу заключить договор на производство ни с немцами, ни с американцами. Как долго? Я не знаю пока. Послушай, тогда позволь мне сказать мне мой босс, что у нас еще есть шанс. Я тебя совсем не понимаю. Послушай, я не хочу терять фиаско просто повсюду. Пышка мне сказала, что у меня все будет хорошо в наших взаимоотношениях. Я бы пока не хотел говорить свой босс о моем возвращении. Ну хорошо, делай как знаешь. Ладно, пойдем к народу. Не вечно же здесь сидеть. Нет, вы вот мне скажите, она вообще вменяемая или нет? Тихо ты. Барынька без мозгов. Кюкля, держи себя в руках. Вилли, если у тебя есть ко мне какие-то претензии, я готова их выслушать. Претензии? У меня претензий нет. У меня теперь вообще ничего нету. Ничего! Вы все меня осуждаете? Нет, ну не то чтобы, но ты нам хотя бы теперь расскажи, что нам теперь всем делать-то? Работать. Работать? Дальше работать. А, да. А скажи, а над чем нам работать-то, а? Ты, конечно, можешь гордиться своим чистоплюйством, благородством, но... Таня, ну действительно, препарат теперь не будет выпущен. А фармконцепт, на который мы пахали, как лошади, до потери пульса, теперь пойдет по миру. Все! Таня, мне теперь уже нечем отдавать долги соседям, понимаешь? А завтра будет нечем кормить детей. Бергу здесь тоже не до веселья. А Портос с Фей, ты о них подумала, куда им деваться? А твой отец, ты его лицо видела? Видела. Но все равно я считаю, что на лжи благополучие не построить. Ни личного, ни компании. Отец так трубку и не берет. Татьяна Валерьевна, ну успокойтесь. Конечно, он на вас обиделся, просто не ожидал такого. Петр Аркадьевич бы никогда так не поступил. А я бы никогда не поступила так, как Петр Аркадьевич. Ну да, это понятно. Просто очень жаль, что Фарбелл оказался такой туфтой. Вика, пожалуйста, никогда не говори о том, в чем ты абсолютно ничего не понимаешь. Но вы же сами так говорили. Я никогда не говорила, что Фарбелл – это туфта. Это новое слово в лечении астмы, совершенно точно. Его нужно только правильно изготовить. Ясно. Только вы, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я думаю, что ваш отец тоже это прекрасно понимает. К сожалению, его волнует совсем другое. Ну, конечно, он сердится. Но он отойдет и завтра сам вам позвонит. Здравствуйте, Склав. Здравствуйте. Проходите, я заканчиваю. Скажите, а кто это окно открыл? Я. Я всегда открываю, когда работаю. Полы ж быстрее сохнут. Как же вы так? Первый этаж. У нас охрана, а вы так открываете и уходите? Только когда я на месте. Когда я выхожу, я накрепко закрываю. А в прошлую субботу? А как же? Открывала, убирала, проветривала. Не видели человека, который в тот день в это окно влез? Не-не-не-не-не-не. Что лезут, я слышала. Я сразу вошла, смотрю, нет никого. Спугнули, наверное. А подоконник-то грязный был. То есть никто отсюда в коридор не выходил? Ни одна живая душа. Я окно закрыла и сразу пошла охране докладывать. Вы, мол, поглядываете, хулиганёшь кругом ходит. Так что у меня все под контролем. Странно. А начальник охраны сказал, что окно было открыто. Ну, может... Ребята что напутали, не так доложили. Вы с ним поговорите. Спасибо, тетя Клава. Пожалуйста, не за что. Что-то я слышал про окно открытое. А что, где, не знаю. А кто передал информацию об окне Портновскому? Кто в субботу дежурил? Ромка Сельков.
А когда он будет работать? Не будет. Я за него. Он за свой счет взял. Так, понятно. Мне нужны его контакты и покажите мне субботнюю запись с камер видеонаблюдения. Пожалуйста. Полиция уже смотрела. Ну, на всякий случай наготове держим. Вам как преступник через проходную ломиться? Да-да-да, эту. Ну, полюбуйтесь. То есть его однозначно не пустили? Однозначно. И на других камерах тоже пусто? Так он через окно туалета пролез. Там камер нет. Да никуда он не влезал. У меня есть телефон охранника. Он почему-то очень внезапно ушел в отпуск. Знаете, мне лично все это кажется очень подозрительным. Мне вообще кажется, что все подстроено. Да? Кем и когда? Павлов явился в наш город спонтанно, прочитав статью о Фарбеле. Это подтверждают свидетели в Новосибирске. Но послушайте. Послушайте, вот мне лично кажется подозрительным, что вы пытаетесь выгородить человека, которого подозревают в убийстве вашего мужа. Насколько я помню, ваш роман с Павловым в студенчестве был слишком бурным, а? Да вы... Да у меня нет слов. Алло. Да, Татьяна, слушаю. Лев Борисович, займитесь, пожалуйста, защитой Данилы Павлова. Понятно. Спасибо. Можно? Да. Спасибо. У нас шарфики одинаковые. Ой, да, я в магазине увидела, мне очень понравился. Но я могу снять, если вам неприятно. Да нет, что ты, носи. Скажи, ты с университетом связалась? Да, вашего отца там не было сегодня. Как так? А когда он будет? Секретарша сказала, что не знает. Лекция отменила и уехал. Куда? Надолго? Она не в курсе. Господи, что за человек? Трубку не берет. Ладно, пусть еще подуется. А ты свяжись, пожалуйста, вот с этим товарищем. Роман Осельков. Угу. Это наш охранник, он сейчас в отпуске. И назначь мне, пожалуйста, с ним встречу. Хорошо. Ну я вас умоляю, ну войдите вы в мое положение. Это ведь первая задержка с выплатой. Сколько у меня есть времени? Хорошо. Добрый день. Да, это я. Скажите, если я приму ваше предложение, я смогу сразу получить аванс? Нет, нет, я еще думаю, но как быстро я смогу получить деньги? Тетя Клава сказала, что лезли. Я сходил, проверил. Окно было закрыто. Точно. И кому доложили? Портновскому? Да. То есть вы ему четко сказали, что в помещение фирмы никто не проникал? Ну да. А что у вас дома случилось? Ничего. Зачем же вы тогда отпуск взяли, да еще за свой счет? Портновский сказал, что хозяин скончался скоропостижно. Поэтому полиция может заинтересоваться документами. А это, в общем, коммерческая тайна. Попросил взять папку и посидеть с ней дома. А сейчас вы так просто взяли и бросили свой пост? Убежайте, у меня с собой. Можно взглянуть? Да. Вы не волнуйтесь, я теперь глава фирмы, так что ваш начальник для меня старается. Понятно. А когда Портновский отдал вам ключ от гостиницы? Это Сбирка, который? Да. Так это я ему их отдал. Нашел как раз того самого окна. Подумал, вдруг из наших кто-то посеял. На улице? Ну, получается, что да. Вань, вот я на тебя смотрю и не верю. Как ты вообще мог, объясни мне? Что с тобой? Что ты шумишь? Скажи мне правду. Зачем ты оклеветал академика? Я? Академика? Ты что-то путаешь? Я что-то путаю. Может быть, я путаю, что окно, в которое якобы влез Данила, было накрепко закрыто. И что ключ нашли на улице. Так значит, это не академик. Ну, замечательно, скоро выйдет на свободу.
А если я как-то не так сориентировался или не понял охранника? Ну, извини, это не преступление. Какого охранника ты не так понял? Того, которого ты сплавил пустые бумажки стеречь, чтобы он лишний раз не светился. Так вот, я с ним поговорила. И знаешь, такой интересный разговор получился, что я его даже записала. Хочешь послушать? Или сразу в полицию пойдем? Прости меня, Тань. Портос, ты всегда был троечником. И преступление у тебя получилось такое. На троечку, неуклюжее. Вань, ну ты же не злодей. Для кого ты стараешься? Это серьезные люди, ты их не знаешь. Это большая организация. Какая еще организация, Вань? Ну все, хватит! Звони в полицию, я буду с ними разговаривать. Я взял эту ампулу Фарбелла. Я отравил Балагура. А стрелки на академика перевел. Здравствуйте. Здравствуйте. Видели бы вы сейчас лицо следователя. Никак не хотел подписывать документы на освобождение Павлова. А почему не хотел? Говорит, что на одной явке с повинной этого вашего Портновского дело не закроется. Почему? Интуиция, говорит. На кафедру папа так и не звонил? Нет. Странно. Там тоже все удивляются. Тогда надо к нему ехать. Только Джаги покормим. Угу. А если его и дома нет, тогда надо в полицию заявлять. Господи! Джаги! Джаги, милей! Живой. Вика, он весь в крови. Живой. Так, надо срочно звонить ветеринару. Алло, пап, слава богу. Пап, ты где? С тобой все в порядке? Нет, со мной все плохо. Ну, то есть, не со мной. Джаги, он раненый. Он там защищал наверняка. Да. Почему не звонить? Хорошо, я жду тебя тогда. Хорошо. Так, теперь врача. Что с тобой сделали? Кто? Пытался скрыться от кредиторов на даче. По-моему, ребро сломал. Болит. Джаги повезло меньше. Где он? Вика его в клинику повезла. Пап, ты как хочешь, но я считаю, что мы должны обратиться в полицию. Я специально в коридоре кровь не убираю, не трогаю ничего. Таня, если хочешь, чтобы я сел за решетку, давай, звони в полицию, вызывай. Что? Речь идет даже не о моей репутации. Ты же видишь, на что они способны. И больше всего я боюсь за тебя. Сколько мы им должны? Да нисколько мы им не должны. Они требуют права на Фарбелл. Как это? Я уже оформил передачу своей части. Пап, да ты что? Таня, я тебя умоляю. Напиши гарантию, что ты передаешь права Балагура после того, как вступишь в наследство. Папа, я не могу. Нету выхода, Таня. Наше лекарство несовершенно. Ты уже сама знаешь о его взаимодействии с альдегидом.
А ты знал об этом раньше, так? Нет. Я узнал об этом за 2 дня до смерти Петра. Самое страшное, что об этом узнал не только я. Кто еще об этом знал? И почему ты молчал об этом до сих пор? Я негласно лечил Фарбелом, мать одного крупного чиновника. У нее была великолепная динамика. Он меня просто на руках носил. Потом, черт ее дернул выпить этого такайского вина. А в нем было? Высокое содержание альдегидов. Кюхля определил эту реакцию как раз вот тогда. Потом мне пришел диск, на нем видеозапись, в которой я прошу сиделку этой женщины никому не говорить о том, что я давал ей фарбу. Вот и все. А как ты думаешь, кто мог это снять? Ума не приложу. Портновский мог знать, что ты лечил ее фарбелом? Ну, теоретически мог. Он как начальник службы безопасности контролировал выдачу препарата кюхлей. Ну, при чем тут он? Портос сегодня признался мне, что работал на конкурентов. Их главной задачей было задержать выход препарата в производство, а потом полностью завладеть им. Нет, этого не может быть. Портос написал чистосердечное признание в полицию. Это он убил Петра. Нет, не может быть. Папа, скажи, у тебя есть виза? Я хочу, чтобы ты сегодня же улетел. Придумаем куда. Просто я должна знать, что ты в безопасности. А ты? А я буду бороться. Я не хочу, чтобы препарат попал в руки к этим людям, которые начнут его производить, несмотря на побочку. Таня, нет. Папа, это не обсуждается. Портос даст показания против этих людей, и тогда у нас будут шансы. Джаги такой умница, даже не скулил после наркоза. Да, он у нас настоящий герой. Навестим его? Обязательно. Теперь поспокойнее должно стать. Надеюсь, все разрешится. Вика? Опять? Вы же говорили, что это Портновский, у него бабушка. Вызови уборщицу. Я сейчас. Татьяна Валерьевна, я за свои слова отвечаю. До начала рабочего дня здание находится под сигнализацией. А потом только свои входили. Но есть инструкция. Вот журнал, кто ключи от своих помещений брал. Все под росписи. Хорошо, покажите, где у нас пункт сигнализации находится. Пожалуйста. Я даже не знаю, что вы там в подвале хотите увидеть. Так, а вы здесь по какому праву? Мы случайно. Эси. Знаю, тот тип, которому ты была гуру, ушла. Он тебя бросил, он беременна. Это не твое дело. И вообще не надо лезть в мою жизнь. Фи. Выходи за меня. Я всегда буду тебя любить. И ребенка твоего. Портос, пойми же ты, наконец. Я тебя не люблю. И нет никакого ребенка. Фея! Ты что, ты в своем уме? Я? В уме? А ты знаешь, Белль, что это все из-за меня? Это я во всем виновата, я вообще всем приношу одни несчастья. Тихо, ты с ума сошла? Что ты несешь? Успокойся. Татьяна Валерьевна, вас там бухгалтер обыскалась. Хорошо. Вика, вызови, пожалуйста, такси и отвези Елизавету Николаевну домой. И еще, если можешь, останься с ней до завтра, хорошо? Да, хорошо, конечно, я подежурю. Да.
это ты. Я бы никогда не пришел, если бы не Портос. А что, Портос? Твой адвокат сказал, что его можно выпустить под залог. У меня, к сожалению, денег нет. А насколько я понимаю, для тебя деньги не проблема. Тем более на время. Слушай, Данила, дело в том, что в фирме сейчас трудности. Тогда для тебя я хотела занимать у отца, а оказалось, что у него тоже трудности. Значит, не дашь? Ну, ты подумай. Портос, он хотел тебя подставить, и он Балагура отравил. Тань, ты слышишь, что ты говоришь? Портос отравил Балагура? Да что с тобой? Где твоя интуиция? Ты что, не знаешь Портоса? Ты можешь поверить, что он мог кого-то отравить? Ну, он же сам сказал, что связался с какими-то криминальными структурами. Да-да, теперь он говорит, что отравил, потому что проиграл Балагуру в карты. Ты в это тоже веришь? Ну, может быть, он боится этих своих хозяев. Да или... каких хозяев? Тань, ты становишься похож на своего отца. Тоже ничего вокруг не видишь. Профессорская дочка. Да это ты ничего вокруг не видишь. Гений доморощенный. И дверь за собой закрой. А то профессорской дочке не по рангу. Отлично поговорили. Прости меня. Татьяна Валерьевна, вы свой телефон оставили в приговорной. Да, потеряла. Данила Павлов не звонил? Нет, не звонил, но я нашла его номер, как вы просили. Вот. Будете звонить? Спасибо. Я могу выйти? Нет, выходить не надо, это просто рабочий разговор. Поздно уже, не к спеху, я потом. Может, мы тогда домой поедем? Все уже ушли, только мы тут. Да, поедем. Вот этот огромный пустой дом. Не надо грустить, Татьяна Валерьевна. Я вон и то держусь, хотя мне вообще пору вешаться. Не то чтобы нос повесить. А о чем ты говоришь? Что случилось? Вы не знаете, где есть врачи нормальные, женские? У меня проблемы. Вика? Вик, ты что? Подожди. Вик, ты что, ты не беременна случайно? Вика, говори как есть. Сегодня ночью убедилась. Там у Елизаветы Николаевны куча тестов была в ванной. Я взяла один и... Викочка, ну ты что, ну не вешай нос. Это же такое большое счастье. Это дар от Бога. Да, особенно для Брушеньки. Потом этот дар скажет мне большое спасибо за то, что ему пришлось расти без отца. Я тебе помогу, и феи, и все мы. А ну-ка улыбнись. Ну-ка немедленно улыбнись. Ну-ка, тебе вообще нельзя теперь грустить. Он же уже есть, он все чувствует. Ну правда, правда, ты только прислушайся. Он живой, он очень хочет жить. Чувствуешь? Я чувствую, что он хочет пить. Или это я хочу? Я уже не понимаю.
Так у нас же сок есть. Полно. Для переговоров покупали. Да, точно. Татьяна Валерьевна, может, вы тоже со мной выпьете? Ну, давай. Чокнемся с вами. Ну, за новую жизнь. Тогда уж до дна. Странный какой-то сок. Он давно открытый стоит? Да, правда, какой-то странный. Вообще, его утром открывали, Пышка его пила. Я тоже пробовала, все нормально было. Что такое? Мне что-то нехорошо. Татьяна Валерьевна. О, Господи. Татьяна Валерьевна, вам плохо? Боже мой, Татьяна Валерьевна. О, Господи. Татьяна Валерьевна, вам плохо? Данила, ты... Ой, как болит-то все. Ничего, ничего, пройдет. Как с врачами скорой воевала, помнишь? Смутно. Еле тебя отбил. Пришлось сказать, что ты напилась на презентации. Они алкоголиков не любят, сразу уехали. А что случилось-то? Отравление. Неприятно, но не смертельно. А как мне звонила, помнишь? Это да. Только один гудок, потом положила. А идиот перезванивать не хотел. Потом как током ударило. Набирая, твоя секретарша говорит, что ты, кажется, умираешь. Недалеко от истины. Вот я и приехал. Ой, а Вика как? Ничего, ничего, нормально. Вырвала разок и порядок. Она всего один глоток успела сделать, прежде чем тебе поплохело. Отправила ее к тебе домой, на такси. Да, Джаги же еще должны привезти. Танюш, скажи, где вы взяли этот сок? Вика сказала, вы что-то там праздновали? Да, беременность ее. А сок в переговорной стоял. Дело в том, что в этой коробке фарбола было больше, чем сока. А если говорить точнее, концентрация 1:2. Не может быть, как же так? Откуда? Холодильный шкаф же с препаратом опечатан. Опечатан. Но факт остается фактом. Я еле охрану уговорил, чтобы меня в лабораторию пустили. Я лично делал анализ этого сока. Какой ужас. Почему же я... Я умереть должна была. Ты что, собиралась умирать? Если бы к этому дело шло, я бы скорую не отпустил. Повезло. Я просто вчера не ела ничего, а в соке альдегидов нет. В смысле? Ладно, потом, потом. Как ты думаешь, кто мог фарбол в сок влить? Но этот вопрос лучше адресовать полиции. Нет, не надо. Почему? Для следователя Павлов и фарбол уже почти синонимы. А я тебя второй раз не вытащу. Ну да, да. Мстительный Павлов вышел из-за стенок, чтобы убить жену своего кровного врага. Давай об этом завтра подумаем. Ты только не оставляй меня, пожалуйста. Поедем домой? Нет, сил нет. Давай здесь останемся. Хорошо. Доброе утро. Буэнос диас. И вам не хворать. Что-то вы сегодня совсем рано. Не рассыло еще. Досталось от начальства? Ну, было немножко. Знаете, это моя вина. Это я попутал Нину Семеновну. Это Дролёв де Пульсеро. Мои наручные часы. Mm-hmm. Еще дед мой носил. Очень редкий. Я ключики возьму? Да. Mm-hmm. Ну-ка, ну-ка. Вот, смотри. Что, прямо из Америки? Нет, почему? Mm-hmm. Это из Мехико. Oh. Я из Мехико, да. Это очень хорошая кнопка зажигалка. Слушай, а подводные? А, подводные вообще. Вода никак не проницает. Можно плавать в море. Класс. Песок. Все можно. А да. Механика? Механика, конечно. Ты что, шикарно. Не видишь? Хорошего дня. Удачи. До свидания. Кофе у нас самый вкусный, но на завтрак не рассчитывай. А что может быть лучше? Кофе сваренного любимой женщины. Слушай, никогда так рано на работе не было. Пойдем? Куда? Туда. Куда? Пойдем. Туда? Туда. Ой, поскользнулась. Осторожно. Пойдем.
Помнишь, что тебе рассказывала? Надо охрану вызывать. Подожди. Так значит, это не Портос свечки ставил. Бель? Это... Нет. Портос мне только копию ключей дал, а я... Я сейчас все объясню. Хотелось бы. Просто... Я не сделала ничего плохого, я клянусь. Мне просто Балагур, он каждую ночь снится. И старушка возле церкви, она посоветовала свечи ставить, чтобы они до конца сгорали. И тогда мне просто... Ясно. Портос мне все рассказал. Перестань. Все хорошо. Я думаю, что Балагур, он давно простил тебя за твою измену. Это ошибки прошлого, правильно? Не волнуйся, Лизочка, не волнуйся. Все плохо. Все будет хорошо. Ну, хоть что-то стало понятно. Ой, ребят, я вас поздравляю. Вот это настоящий сюрприз. Смотрите, какое он мне кольцо подарил. Ух ты! Да, это есть настоящий камень страсти и огненной любви. У нас работа все равно встала. И просто Джо хотел в честь нашей помолвки... Да, я бы хотел взять Пишка, девочек и поехать в круиз. Так это... тренировка медовый месяц. Старт сегодня. Ты же нас отпустишь. А куда едете-то? Юрмала, море. В ноябре. Действительно, потеплее места не нашлось. Что там сейчас, холодно? Очень. Что вы говорите, мне человек один продать путевки? Ну и кто этот завистник? Это не важно. Давайте пусть это будет тайна. Ладно, давайте за вас, пингвины вы наши. Будем надеяться, что не замерзнете. В чем дело? Ты же должен был улететь. Я не могу оставить тебя одну. Но мы же договорились. Знаешь, я не параноик, но за нами могут следить. Кто? Люди Терехина. Кто это? Наш вице-мэр. Это его мать умерла от Фарбела. А теперь его люди меня шантажируют. Но ты же говорил, что это какие-то отморозки. Я ошибался. Все началось с охранников в доме его матери. Они использовали материалы с камер внутреннего наблюдения. Но потом вся информация дошла до Терехина. И он заинтересовался Фарбелом? Сразу смекнул, что к чему. Но теперь ему нужны не только деньги, ему нужно все. И если мы не передадим ему права на патент, я сяду за убийство. Пап, ты что, перестань. Да я не о себе беспокоюсь, Таня. С тобой может случиться все, что угодно. Джаги – это их рук дело. Это предупреждение. В общем, на завтра я вызвал нотариуса. Ты должна подписать гарантию о передаче доли Балагура. Пап, ну ты не наше лекарство, оно Данилина. Он уже начал работать над формулой, чтобы устранить эту побочку. Таня, выхода нет. Что делать? С одной стороны, лекарство твое, с другой – Терехин. Он отца со свету живет. Да, и тебя вместе с ним. Нечего думать, отдавайте патент. Ну, а ты? Не привыкать, придумаем что-нибудь еще.
Интересно, а Фарбл в СОК – это тоже Терехин? Ну, или его люди? Все может быть, я уже ничего не понимаю. В офисе посторонних не было. Ампулы на месте, шкаф опечатан. Нужно в полицию обращаться. У них криминалисты. Пускай проверяют отпечатки. Этот следователь меня в ужас приводит. Да он точно покатит бочку на Татьяну Валерьевну. Как будто она все это специально организовала, чтобы отвести от себя подозрения. Фея, проходи. Господи, фея, Джаги на место. Я просто... Мне так стыдно. И я пришла сказать, что это... Может, ты пройдешь? Нет. Я на минутку. Я просто... Я хочу извиниться. Я пришла извиниться, да. Я пришла извиниться за вчерашний и за тот срыв на работе. Ладно, проехали. И еще это... Это пиджак Балагура. Он его оставил когда-то давно в лаборатории. Лиза, ты что, ты специально для этого приходила? Нет. Да, для этого. И извините меня еще раз, пожалуйста. Я пойду. Кюхля, что у тебя случилось? У меня случилось. Опять у меня случилось. Все время у меня случается. На этот раз холодильный шкаф действительно вскрыли. Украли целую пачку, 10 ампул. А охрана что говорит? Да нет у нас охраны без Портоса. Считайте, просто ее нет и все. В смысле? Вы представляете, по данным с их компьютера, я лично снял сигнализацию с кабинета и открыл его своим ключом. А камеры почему-то в это время не писали. Как это может быть? Ты ключ точно никому не давал? Я понимаю, конечно, в это трудно поверить, но я никому ничего не давал. Он все время был у меня. Кроме Фарбла, что-то еще пропало? Да все пропало! Все пропало! Вся секретная документация с моего стола! Все, ящик просто вскрыли! Так, понятно. Значит, все-таки звоним в полицию. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Валерьевна, ну вы как? Вас так долго допрашивали? Да я привыкла. Вот что, с завтрашнего дня ты во внеочередном отпуске. Оплачиваем. Нет, так не пойдет. Никаких нет в твоем положении, переживаний ни к чему. Ну, можете хотя бы до конца месяца, вы же тут одна. Да я не одна, у меня теперь Данила есть. Так что не волнуйся. Угу. Есть такое правило, не виновен, скажи правду. Чего тебе бояться? Я бы посмотрел бы на тебя на моем месте. Знаешь что? На твоем месте я бы не стал воровать формулу лекарства. Кюхля, иди, тебя следователь ждет. Ну как, ты жива? Нормально. Слушай, я следователю ничего про Терехина не сказала. Почему? Ну что мы можем против вице-мэра? Только отца подставим. Это ты так считаешь или твой отец? Понятно. Ну хорошо, я тоже ничего не скажу. Но это не потому, что я боюсь Терехина. Ой, Кюхля, письмо пришло. Знаешь, от кого? Хочешь посмотреть на новых хозяев Кюхли? Наши немецкие партнеры. Нет, ты поняла, он намылился к немцам в тот самый момент, когда ты отказалась подписывать контракт. Как он растворился-то так, когда от следователя вышел? Такого стрякача дал, что даже ноутбук свой забыл. Ну, трубку он не берет. До дома, он дома. Уверен, что жена врет. Добрый вечер. Вилли дома? Нет, он на работе. А мы проверим. Подождите, что? В сторонку. Куда вы? Он позвонил, сказал, что у него на работе, а врал. Да вы что думаете? Что я вас обманываю, что ли? И правда нет. Конечно, нет. С работы ваш муж ушел 3 часа назад. По-английски. Передайте ему, что лучше бы не заставлять полицию объявлять его в розыск. Я так и знала, что этим дело закончится. Я ему говорила. Вы знаете? Вот, вы посмотрите. Посмотрите, что я нашла. Посмотрите. Вот, видите, какие суммы? Кому? Кому он их переводит? Откуда у него такие деньги, а? Алло. Здравствуйте, Лев Борис. Добрый вечер, Татьяна. Простите, пожалуйста, за поздний звонок. Очень, кстати, полчаса назад Портновского выпустили под залог. Отпустили? Полчаса назад? Да. Портоса выпустили. Ах, слава богу. Спасибо вам большое. Сейчас всех обрадую. Мы этот залог всем миром собирали.
Но я вам по другому поводу звоню. Да? Нам очень нужна ваша помощь. Слушаю. Да, похоже, мы знаем, кто убил. Неожиданно. Есть ли такая возможность узнать местонахождение человека по номеру мобильного? Да, конечно. Пришлете номер? Да, пожалуйста. Я вам сейчас смс-кой пришлю. Хорошо, я сейчас позвоню своему старому другу и вам перезвоню. Да, да. Да, спасибо. А не за что, пока. Спасибо. Сейчас перезвонит. Свяжется со знакомым из оперчасти. Ну, отлично. Хотя Кюхля мог и сбросить мобильный. Но, с другой стороны, попытка не пытка, в конце-то концов. Попытка не пытка. Да и Кюхля не агент 007. Да, Лев Борисович. Он в клинике. Странно. Точно? Да, детская многопрофильная на Семеновской. Да, спасибо. Пожалуйста. Ничего не понимаю. Детская многопрофильная клиника на Семеновской. Спасибо вам большое. Не за что. Огромное спасибо. Выздоравливайте. Эль, как вы меня... Как мы тебя нашли? Вахтерша внизу направила. Ты у нас герой приметный. Ну что, герой, сам себя ограбил, а для нас спектакль устроил? Нет, я клянусь вам, ребята, я... Клясться он артистично умеет. Ты кое-что оставил на своей прежней работе. Так мы позаботились, вот привезли. Ты ведь возвращаться не собираешься, верно? Почему? Я... Ну все, заканчивай эту комедию. Я видел твою переписку с немцами. Поздравляю с новым назначением. Да. Действительно, я с ними договорился. Они мне предложили очень неплохую зарплату. Мне очень нужны деньги. У меня сын больной, сегодня операцию ему сделали. Он с рождения страдал. Что? Ребенок? Твой? Да. Курортный роман, но только я вас очень прошу, моей жене ничего не говорите. Она ничего не знает. Лилечка, и... позови кого-нибудь, у Сашеньки опять судороги. Так, сейчас, секунду, ребята, подождите. Переживала. Жрать хочешь, да? Ну, пойдем. Кюхля вроде способный парень. А все у него в кривь кось. И с ребенком такое несчастье. А у меня за 10 лет детей так и не появилось. Может, и не будет уже. Да ладно, глупости не говори. О чем думаешь? Думаю, кто следующий. Тебе не показалось, что вся эта история со свечами в твоем кабинете уж больно странная? Даже для феи. И вчера она явилась с этим пиджаком. В ту ночь, когда Балагура убили, она так же странно вернулась, а потом уехала вдруг. А может, это таинственная личность, которая отправила Пышку и Джо на Рижское взморье в ноябре, тоже фея? Зачем ей? Не знаю, может быть, не хотела, чтобы Джо со своими американцами под ногами мешался? Может, она тоже выполняет чей-то заказ? Так давай позвоним им, спросим про фею. Звонил. Оба вне зоны действия. А у тебя есть его американский номер? Джо? Да. Нет. Так, Джо работает в American Farm Line. У меня есть контакт их секретаря. Общался по работе еще в Новосибе. Сейчас. Линда, ну давай, отвечай. Здравствуйте, мистер Павлов. Рада вас видеть. Я могу чем-то помочь? Здравствуйте, Линда. Да, мне нужна ваша помощь. Не могли бы вы дать мне номер телефона вашего представителя в России, Дженара Сибалиса? Мне нужен его американский мобильный. Мы не можем с ним связаться. Одну минуту. Извините, но наш представитель в России – Кент Ричардсон. Точно? Вы не ошиблись? Проверьте, пожалуйста. Сейчас.
Нет, ошибки нет. Кент Ричардсон. И среди наших сотрудников нет никакого Джанаро Сибалиса. Мне очень жаль. Большое спасибо, Линда. Вы очень помогли. До связи. До свидания. До свидания. Где же он тогда работает? Так, перчатки ты положила? Да. Все, молодец. Аделята, девчонки, давайте. Такси уже внизу. Сейчас мы идем. Так, все. Кто там? Буэнос ночи, сеньоры. Вернулись или еще не уезжали? В любом случае придется задержаться. Ну что, значит, вы тогда в подвале не просто так шуры-муры разводили, а с системой видеонаблюдения разбирались. Джо, верни, что украл. А если кто-то не понял, ампулы и всю документацию по Фарбулу. Так, девочки, ну-ка, марш отсюда. Так, давайте, давайте. Ты вообще знаешь, что такое каждый месяц от получки до получки тянуть? Пока ты тут церемонии разводишь, фарм-концепт уже обанкротится давно. Джо хотел как лучше. Мы поехали в Америку, там показали бы все материалы, если бы поняли, что все серьезно. Но патент-то все равно у тебя. А его корпорация предлагала сверхвыгодные условия. American Farmline? Да. Хорошая корпорация, крупная. Только жаль, наш друг Джо там не работает. В смысле? Ну что, Джо, сам расскажешь? Или нам? Сам. Прости, Белль. Я плохой человек. Пишка, я не жить в Америке. А где? В Мехико. У меня аптека. Я хозяин маленькой аптеки. А откуда идея с корпорацией? Фармлайн, это правда. Они читали ваш пресс-релиз и заинтересовались Фарабель. Попросили меня, потому что знают, что я с вами вместе учиться, и поэтому обратиться ко мне. Учиться и дружить. Они мне обещали работу в Америке. Понимаете? И карьеру в их корпорации. Мне всего лишь нужно было уговорить Балагур, чтобы он не подписать с немцами, подписать контракт с нами. Если не получится, то украсть документацию и материал. Или убить Балагура. Но! Только выкрасть материалы. Слегка видоизменить, запатентовать и выдать за свое. Верно, Джо? И я тебе была нужна как сообщница. Пишка. Пишка, это неправда. Пишка, я люблю тебя. Ну, наконец-то. Джаги истосковался. Татьяна Валерьевна, а что у вас с телефоном? Разрядился? Просто ваш папа очень переживает. А что с ним? Нет, все нормально. Просто вы ему перезвоните, пожалуйста. Дело в том, что он назначил встречу с нотариусом на завтра на 12 утра по патенту на Фарбл. Татьяна Валерьевна, пожалуйста, вы не могли бы взять меня с собой в университет? Дело в том, что у меня скоро начнутся пеленки и все такое. Я же так мечтала там учиться. Хорошо. Не будет так грустно. Спасибо большое. Ну, пойдемте что-нибудь перекусим. Я надеюсь, у господина Терехина больше претензий ко мне не будет. Валерий Дмитриевич, пришли. Здравствуй. Здравствуй. Это Вика на экскурсию. Покажите, пожалуйста, университет. Пойдемте. Елена Константиновна, нотариус. Она подготовила все документы. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ваш паспорт? Пап, ты уверен? Может, отменим, пока не поздно? Мы уже с тобой, по-моему, обо всем договорились. Отдай паспорт. Вам надо просто подписать. Здесь и здесь. Хорошо. Знаете, тут такой воздух клевый, вот прям знаниями пахнет. Да? По-моему, пирожками.
Кстати, если хотите, мы можем с вами сходить в столовую и перекусить. Лучше в библиотеку. Может быть, мне отвезти господину Терехину документы? Благодарю вас, я справлюсь сам. Хорошо. Всего доброго. Ну, вот и все. Прости меня. Данила сказал, отец дороже всего в любом случае. И я с ним согласна. Данила Павлов? Вот, значит, как. Танюш. Если бы ты знала, сколько раз я пожалела о том, что я сделал 10 лет назад. Можно? Да. Балагуров, заходи. Мне уже звонили. Добился-таки стажировки в Ирландии. Да это не я, это отец. Хороший отец. Говорят, он даже тебе стартовый капитал дал на собственное дело. Ну, обещал, да. Валерий Дмитриевич, вы извините меня, я к вам по личному вопросу. Я слушаю. Я люблю вашу дочь. Вот так новость. Но ты знаешь, здесь я тебе ничем помочь не могу. Знаю. Она выходит замуж за Павлова, они улетают в Новосибирск. Петр, если честно, я тоже не в восторге от всего этого. Но что я могу сделать? Запретить? У нас не 19 век, к сожалению. Но ведь вы же тоже хороший отец. Неужели вы допустите, чтобы ваша единственная дочь уехала от вас с этим... Да, он талантлив, но он любит только себя. С ним невозможно общаться. Он постоянно со всеми в конфликте. Какую карьеру может сделать этот человек? Где? Хорошо, если Таня от него сбежит до момента, когда дети появятся. А если нет? К несчастью, от меня это не зависит. Зависит? Еще как зависит. Я все продумал. Надо устроить небольшой спектакль с Даней в главной роли. А именно? Павлов собирает средства на свои опыты. Сейчас в универе гостит профессор Густавсон. Предположим, у него пропадают деньги. Что? Нет, нет, Валерий Дмитриевич, ну, в смысле, вы замнете инцидент, а никто не пострадает. Но зато у вас появляется реальный рычаг воздействия на Таню. А у тебя? Появляется возможность завоевать ее сердце? Ну как, вам понравилось? Да, очень, спасибо. Вика, пойдем. Какая мерзость, какая чудовищная мерзость. Таня. Ты подлец, ты настоящий подлец. Таня. Таня, Таня, Танечка, подожди, Таня, милая моя, родная. Да ты понимаешь, что ты отняла мне 10 лет жизни. Не говори так, я умоляю тебя, не говори так, пожалуйста. Таня, прости меня, если сможешь. Я не смогу, ни сейчас, ни когда-нибудь. Вам просили передать. До свидания. Я не понимаю, как мой отец мог так со мной поступить. Ну, он думал, что так лучше. Когда пытаешься помочь собственному ребенку, все средства хороши. Так все. Мне надо брать себя в руки. Тебе еще собираться поезд вечером. Зачем? Этот Терехин получил, что хотел. Опасности нет. Не обсуждается. У меня впереди еще увольнение верных компаньеров и закрытие фирмы. Ни к чему тебе это. Ты поедешь отдыхать. Сегодня же. Данила, а ты...
правда меня простил? А ты не заметила? Пойдем спать. Завтра будет легче. Вам опять от нас нужно? Лично от вас ничего. Пока. А вот к Татьяне Валерьевне у меня много вопросов. Сейчас не самый подходящий момент. Уж позвольте мне решать. Вы арестованы. Я? Честно говоря, даже в голове не укладывается. Надо же, убрать с дороги родного отца. Что ты себе позволяешь, мою? Не надо, спокойно. Данила, не надо, не трогайте! Спокойно. Танюш, ничего не бойся. Я тебя вытащу сегодня же. Слышишь? Чистосердечное признание сильно упростит наши с вами отношения. Вот листик, ручка. Пишите. Мне нечего писать. Это бред. А по-моему, бред несли мне вы. Скажите еще, что наш вице-мэр убил вашего отца. Я этого не исключаю. Господин Терехин, с вашим отцом были давние друзья и партнеры. Насколько мне известно, ваш отец поднял на ноги мать господина Терехина. Терехину была невыгодна смерть вашего отца. С ней он потерял права на Фарбл. Договоренность о передаче которых была частью их с Головиным совместного бизнес-плана. Да не было у них никаких договоренностей. А почему вчера в кабинете отца вы подписали документы? На этом настаивал он. А вот вы, как утверждает нотариус, ставили свою подпись на отказе от наследства с явным неудовольствием. Терехин шантажировал отца, он заставил его. Почему же вчера, выходя из кабинета, как показала секретарша, вы кричали отцу: «Негодяй, подлец!» Или это было обращение к господину Терехину? Нет. Вот видите. А куда делся подписанный вами документ? Его так никто и не смог найти. И еще. Кому была выгодна вся эта запутанная история? М? Мне, по-вашему. Я давно об этом говорю, Татьяна Валерьевна. Потеряв мужа, вы унаследовали половину прав на весьма перспективный продукт. Вторая половина была у вашего отца. Оба они погибли при весьма загадочных обстоятельствах. И, наконец, последняя точка. На бутылке с отравленной водой в кабинете вашего отца были только его и ваши отпечатки пальцев. Проглядели? Действительно, что-то я проглядела. Что значит, шансов мало? Обнаружены отпечатки на бутылке. Ерунда какая-то. Какие отпечатки на бутылке? А что было в минералке? Фарбл? Нет, судя по экспертизе, довольно странный яд. Он уже давным-давно снят с производства. 20 лет назад подобный состав использовался для уничтожения паразитирующих насекомых и в сельском хозяйстве. Лев Борисович, не в службу, а в дружбу. Да? Можете мне скопировать результаты экспертизы? Хочу проверить формулу. Ну, постараюсь добыть. Кстати, не знаю, как это может помочь, но Татьяна сегодня на свидании просила передать следующее. Балагуров потерял свой пиджак в день накануне убийства. Она вспомнила это точно, потому что ему пришлось надеть новый костюм на вашу вечеринку. Она считает, что это может быть как-то важно. Ой, спасибо, до свидания.
Джо, это Данила Павлов. Приезжай скорее. Бэль в беде. Ребят, спасибо, что бросили дела и приехали. Как вы уже знаете, сегодня утром арестовали Бэль. Ее обвиняют в том, что якобы ради патента на Фарбал она травила мужа и отца. Бэль? Слушайте, что за абсурд вообще? Они совсем с ума посходили. Рад, что вы не верите в эти обвинения. Значит, наша дружба еще что-то стоит. Хотя, признаюсь, тогда 10 лет назад я в этом очень сильно усомнился. Вы поверили, что это я украл эти деньги. Хотя в действительности это сделал Балагур. Вот где истинная улыбка Лиса. Кто? Балагур? Зачем? Чтобы отбить у меня невесту. Прости нас, мы были свиньи. Ладно, все, проехали. Сейчас важно спасти Бэль. Так а что мы должны делать-то? Для начала нам всем вместе нужно восстановить всю цепочку событий. От начала до конца. Говорить только правду. Угу. Начнем с тебя, Кюхля. Ты уж извини, но после того, как в твоем ноутбуке я обнаружил приглашение от немцев, я прошерстил всю твою почту. Что за презентационная упаковка Фарбал, которую ты должен был передать Балагуру за 2 дня до убийства? Так ее нет. Балагур встречался с немецким пиарщиком, утверждали дизайн упаковки. Он должен был показать образец. Показать, но не отдать. Ну да. Блин, точно. Я пообщался с этим немцем. Он действительно вспомнил, что Балагур показывал упаковку, а потом убрал ее в карман. Но в тот день домой он вернулся без пиджака. Видимо, где-то оставил. Позже пиджак принесла ты, фея. Сказала, что шеф оставил его в лаборатории. Но Фарбала там уже не было. Ты ничего не хочешь рассказать? Ну что? На самом деле он оставил его в ресторане. Я когда пришла к вам тогда, и я очень хотела все рассказать, я просто не смогла. Расскажи сейчас. В тот день мы с Балагуром расстались. Навсегда. Подождите, я ничего не понимаю. В какой день? 10 лет назад? Да нет! Ну а когда? Накануне его смерти! Все эти 10 лет я была его любовницей! Все будет отлично. Давай выпьем. Давай. Ну, давай. Вот. Твоя фирма озолотится, и мы с тобой обязательно... Давай. И мы с тобой наконец-то поженимся, да? А знаешь, да, пусть все неприятные разговоры выпадут на этот чертов день. Лиза, я действительно скоро уйду от жены. Я знаю. Но не к тебе. Я встретил другую. Прости. В смысле? Петь? Петь, ты чего? А как же я? Петя, я... Сядь. Петя. Сядь. Я тебе вообще-то 10 лет ждала, Петь. Петь, я из-за тебя детей иметь не могу. А я могу. Я не виноват, что я полюбил другую женщину. Мне нужен сын, наследник. А ни ты, ни Таня мне его дать не можете. Хорошо. Ты как? И что теперь? Ничего, все хорошо. Будем общаться как друзья, как сотрудники. В смысле, Петя? В прямом. У нас завтра вечеринка, не забывай об этом. Подожди. Пусти. Подожди, я хочу поговорить. Я хочу поговорить. Извините, пожалуйста. Да как же так? Ты ведь сама бросила Балагура еще в универе. Потом еще замуж выходила. Это неправда! Балагур, он просил меня инсценировать наше расставание. Пока он не раскрутит свой бизнес. Ему очень нужны были связи, Головина. И ты согласилась, а Бэль ничего не сказала. Хуже. Я сделала аборт. А сейчас я сделала еще хуже. Ты убивать Балагур? Я его не убивала!
хотела убить себя на его глазах. Я хотела сказать тост в честь этого проклятого Фарбала и умереть. Господи, фея. Да, я взяла этот пиджак домой. Там действительно был наш препарат. Я знала, что на этой вечеринке ты будешь готовить улыбку Лиса. И ты поняла, что сочетание компонентов будет смертельным? Да. В улыбке Лиса много ванилина и вишальдегид. Да, я вылила ампулу себе в бокал. Я уже хотела, но тут ты появился. Вы с Балагуром сцепились, произошла драка. И потом все бокалы перепутались. И он взял первый попавшийся, это был мой. И он выпил его. Но я не хотела. Я должна была его остановить. А потом ты просто выбросил пустую ампулу за забор. Нет. Ампулу выбросил я. Феечка, фея, замерзнешь. Иди в дом. Уйди. Я сразу-то не поняла. Я только ночью про эту ампулу вспомнила. Сообразила, что могли отпечатки пальцев остаться. Испугалась, вернулась, конечно. Помнишь, что где-то около крыльца ее выкинула? Искала, не нашла. Не мог я по-другому. Я как чувствовал, что Балагур тебе какую-то пакость сделал. И ты, конечно же, решил, что это я. Я убийца, да? А этот цирк в фирме? Ты поэтому же устроил? Прости, не знал я, что ключ, который мне Ромка сунул, он от твоего номера в гостинице. Я хотел следы замести, да и делу конец. А потом обратный ход дать не мог. Пойми, ее нельзя в тюрьму отправлять. Ну а где оставшиеся ампулы из пиджака Балагура? Я не знаю, они дома были. Я их дома оставила, когда на вечеринку поехала. Потом вообще про них забыла. Вспомнила? Их нет. Насколько я понимаю, оставшиеся 9 ампул влили в сок Белли и Вики. Это не я. Это не я. Я клянусь вам. Да вы что, мне не верите? Верим, успокойся. Да кто их собрать-то тогда мог? Я не понимаю. Да кто угодно. Я вообще, вы видите, что я не в себе? Я вообще, по-моему, даже входную дверь не запирала. А я думать, что кто угодно не мог взять. Только тот, чья выгода. Лакомый кусок один. Патент на Фарбл. Ну, кто на него мог претендовать? Слушай, а ты говорил, что в деле с Головиным замешан вице-мэр. Терехин? Терехин. От убийства профессора Головина он только проиграл. Ну, так может, у Терехина тоже были конкуренты? Об этом я не подумал. Надо у Вики узнать, кто последнее время крутился вокруг Балагура. Так давай звони скорее. Конечно. Трубку не берет. Она сейчас в поезде, еще до Сочи не доехала. Что же вы? Бедную девочку не могли на самолете отправить. Да она сама не захотела. Боится за будущего ребенка. Еще сказала, никогда на поездах дальнего следования не ездила. То есть как не ездила? Ну как не ездила? Вообще странно. Слушайте, у нее отец на железной дороге работал. Ну хотя, может, эти дезинсекторы, они не ездят, они, может, на станции так своими этими химикатами прыскают. Ты сказала, у Вики отец был дезинсектором? Ты уверена? Ну да. Дочура приехала, вспомнила мамку. Ой, еще не сдохла? Ну чего ты так, мать-то? Ты что замыщешь? Отвали! Не трудись, Викуля. Значит, обратно на самолете не побоялась возвращаться? Ну, конечно, забыть такую важную улику. А я на вас уже ориентировочку в Сочи собирался отправлять.
Спасибо, что избавили от лишних хлопот. Отпечатки уже сняли. Весьма качественные оказались. Что-то мне нехорошо. Я беременна. Позвольте. Дочь, я бабушкой стану. Изображать потерю рассудка на фоне беременности не советую. У нас очень хороший врач. Инсект 78. Таким ядом раньше в пассажирских поездах насекомых травили. Что, отец притащил? Это было-то когда? Тогда все перли. Одного не могу понять. Зачем? Неужели банальная зависть? А чего мне завидовать? Я теперь на равных с Татьяной Валерьевной. Попалась, отсижу. Ничего, я еще молодая. Зато она потом со мной поделится дивидендами. Дивидендами? С чего? С Фарбала вашего. А Фарбал здесь при чем? А при том, что мой ребенок законный наследник Балагурова. Говорите, врачи у вас хорошие. Отлично. Рожу, проверите на отцовство. Когда вы стали любовницей Балагурова? Сразу. Как только познакомились. Он меня в баре заметил. Потом снял мне квартиру и устроил секретаршей фар-концепт. Между прочим, Петя говорил, что мы с ним одной крови. Вообще-то ему со мной было хорошо. Только он со своей этой профессорской дочкой никак развязаться не мог. Но пока не запустит Фарбал. Вы кого-то подозревали в убийстве любовника? Да мне вообще было все равно. Кое-то веки вытянула счастливый билет. И такой облом. Ревела день и ночь. А почему вы не ушли из фарм-концепта? А зачем? Там спокойно. Меня все любят. Ну, потом уже, когда узнала, что беременна, начала как-то вертеться. Для ребенка. А где вы взяли ампулу Фарбала? У феи. Ну, то есть у этого нашего технолога Ракитиной. Я у нее однажды целую ночь дома провела, сторожила ее пьяную. Увидела пиджак Пети и решила позаимствовать. Чтобы изобразить ваше общее с головиной отравление соком, да? Да, но только все равно из этого ничего не вышло. Откуда мне было знать, что там с чем смешивается? Я же не химик. Потом вообще головоломка началась. Оказалось, что Татьяна Валерьевна не единственная наследница. Ну да, и в случае ее смерти доля прибыли уходит к академику Головину. А вы знали, кто такой Терехин? Ну да. Если бы патент к нему уплыл, все, пиши пропало. Пришлось срочно импровизировать. Отравить профессора, забрать документы. Ну, те, что заверил нотариус. А где вы взяли бутылку минералки, которой отравился академик Головин? В машине у Татьяны Валерьевны. С ее отпечатками. Я законы почитала. Если бы ее осудили за убийство отца, она лишилась бы наследства. Недостойный наследник называется. Даже убивать не надо. Вообще, она ко мне хорошо относилась. Скажите, а мне же уменьшит срок? Ну, из-за беременности. Подпишите. А за вашу фею можете не беспокоиться. Я практически уверен, мне удастся доказать непреднамеренное убийство. Ну, тем более, она же сама пришла. Ну, с повинной, да? У нас это, похоже, семейное. Кстати, она просила передать вам эту записку. Спасибо. Лев Борисович, Ване через своих ребят удалось выйти на охранников, которые начали эту историю с шантажом Головина. А, да-да, вы что-то говорили об этом на похоронах у Балагурова. Так вот, этих деятелей удалось хорошенько прижать. Мы у них целый видеоархив изъяли. Любопытно оказались ребятки. Да всего им было дело. Вот этой записью они шантажировали профессора. О том, что она принимала Фарбал, полиции говорить не нужно. Вы меня поняли? У них вообще компромата море. Они не только матушку Терехина фиксировали, но и жену Терехинскую с полюбовником. И как сам хозяин развлекается. А до кучи и свои подвиги записывали, хроникеры. Может, это как-то использовать? Ну, ваших охранников закрыть будет несложно. А вот с Терехиным я, конечно, не всесильный. Максимум, что могу обещать, это мировую, то, что он перестанет вас трогать. А Фарбал? С Фарбалом хуже. Пропавший документ о передаче прав Терехина, оказывается, нашелся. У Вики при обыске. А что же она его не уничтожила-то? Она же ведь собиралась. Не успела, к счастью, для Терехина. Теперь этот документ фигурирует в деле. То есть в глазах закона, особенно учитывая Терехина, передача патента – это результат доброй воли отца и дочери Головиных, правильно? Получается, что так. Да плевать, пускай владеет. Пока мы занимались Фарбалом, я придумал кое-что поинтереснее. Новый препарат от астмы? Да, и более совершенный. Уж этот патент я не упущу. Будет моим на 100%. Хотя нет, на 10% Кюхлиным.
Этого должно хватить на погашение ипотеки, ну и чтобы сыну помочь. Спасибо. Круто! А Вика пусть с Терехиным разбирается, когда выйдет. Гляди, что-нибудь отвоюет. Но вряд ли с выгодой для тебя. К тому же, дело о смерти Терехиной уже заведено. Не-не-не-не, ребята, я не могу. Мне нельзя в тюрьму, я не могу. У меня Сашенька, я... Успокойтесь, вам ничего не грозит. К тому же, тестирование заказывал Балагуров, а Терехина вообще официально не входила в эти ваши тесты. Спасибо, Лев Борисович, но мне нужно бежать к Белле. Она неважно себя чувствует. Пока. Спасибо. Будь. Пока. Адьос, амиго. Пока. Что сказал врач? Сказал, что не понимает, почему у меня до сих пор не было детей. Значит, все хорошо. Отпускай. Со мной теперь надо осторожней. Прости. Просто тебе на роду было написано родить ребенка от меня. Смотри. Ну как, распогодилась? Распогодилась. А теперь закрывай глаза. Закрывай. Иди со мной. Открывай!